Чтобы быть счастливым, надо просто правильно хотеть. Тридцать первое мая 2012 года, 18:00 по торонтскому времени, в эфире 297 подкаст от канадского лося и компании. Да пошел ты на, директор! 4, 3, 2, 1. Добро пожаловать в студию от канадского лося и компании. Да. Нам, по идее, еще два человека должны присоединиться. Три человека, извиняюсь. А, подкаст официально должен записываться где-то минут через так, 35? 45. Ну, 45-35. Вот, но... Да. Просто так получилось. Я думал, что я сегодня опоздаю. Я думал, вообще к 6 приеду. Вот. Но оказалось не так. Кто же ждал? Лучше раньше, чем позже, да? Ну? Ну, что, как бы, все остальные люди собираются к 7. Короче говоря, мы сейчас что-нибудь здесь, какое-нибудь говно на них покатим, обосрем всех за кадром, а потом они присоединятся и скажут: «О, Виктор, как я тебя люблю!» Да, мы только-только вот, только приготовились, только начали писать. Мы ожидали, что вот-вот ты появишься, да. Последние 45 минут. Так, поскольку я ожидаю много клиентов сегодня, сразу надо убрать с дороги, чтобы я потом не забыл и не обидно стало. Первое, надо поздравить Ольгу, которая Rainbow. А. Вот. С защитой, с успешной защитой диплома. Вот, перво-наперво. Угу. Так что... Поздравляем. Да. Я ей сказал, что мы сегодня подкаст в 7 часов записываем. Типа, она хотела прийти послушать. Я всем сказал, что в 7. Ну, мне повезло. Так. И, что-то я еще хотел сказать. Не помню ничего. А, я еще подумал, может быть, мы здесь полялякаем на старые добрые темы. Там, как у тебя дела, чтобы потом не засорять эфир. А. Чего, может, спокойно посидеть. Фактически пишем. Не совсем по графику там. А, ну да, ну, как бы сказать. Неделя вышла такая... На самом деле, скажу, последние два дня вышли какие-то такие странные. О, да, неделя вообще кривая была, да? А, это... Она не кривая, она очень подозрительно, блядь, странная какая-то. Да, вот такая, какая-то не такая неделя. А, подожди, с мая 24-го, по-моему, да? Что, астероид пролетит? Не, с мая 24 по июнь, блин, что же он сказал? Июнь 15-е. Мая 24-го засек по июнь 15-е. Это следующий месяц, ну. Вот, типа, хрень будет происходить. По какому поводу она будет происходить? Луна. О, это символ силы. Да, Луна. Ну, не знаю, мне сказали. Да, я люблю это, Луну. Это мне... Гарик сказал после того, как я, раскручивая лаптоп, я отломал этот крепление для батарейки, вырвал петли для экрана, а потом пролил полбутылки этого, как у флакс, канифоли на материнку. Обычно это моя задача, таким заниматься делом. А еще что очень странно, то что я этот лаптоп обратно собрал, ну, почистил, собрал, отремонтировал все то, что поломал, за исключением петли, потому что петли, они наполовину поломались, и, в принципе, они держались там. Вот. Я знаю, ты изоленты починил. Не, ну, вот. Я это все дело собрал, и у меня не осталось ни одного лишнего болтика, и там все на месте. А заработало ли? Вот главный вопрос, Ваня. А, нет, я был уверен с самого начала, что лаптоп не будет работать, потому что чувак на него этот, спрайт, что ли, вылил, и потом попытался включить.
Ну что, моя мама тоже залила мой этот старый Макинтош этот водой. Отремонтировал? Ну, конечно, я ей сказал, оставь лэптоп, не включай. Потому что она включила, такая говорит, сынок, лэптоп? Да, у него экран что-то какой-то тусклый. У него, я могу вытащить батарейку быстро, и пусть он высохнет хотя бы пару дней, спустя 2 часа. У него все равно экран какой-то тусклый. Ну да, но этот вообще, этот вообще не стартовал. Я ему сказал, я раскрутил этот, спиртом вытер все этот, всю материнку. Вот. Благо, канифоль она не этот, она ничего особо не сделает. Тем более, я ее потом тоже этот, лобзиком отпилил. Не, вытер. Зачистил всю, блин, материнку практически этот. Ну, не всю материнку, но там, где контакты, спиртом, короче, отмыл. Есть контакт. Да. Ну и как? Ну, ничего. Не заработало? К сожалению, нет. Жаль. Ну, он что, он этот, с мосовскую батарейку залил. Во-первых. Во-вторых, немного попало этот, сзади процессора. И очень много протекло в районе клавиатуры. Вот. Ну, клавиатура там, в принципе, я так подумал, что по барабану. То есть только через нее не протекло? Обычно под клавиатуры важные для жизни компьютера компоненты. Да, да, вот под нее-то. Там... Вот, ну, меня больше всего волновало то, что в районе процессора там были капли, ну, в смысле, следы. Тогда и не расстраивайся, чего ты расстраиваешься, он уже был мертвый. Ну, не, я просто говорю, что обычно я такой хреновни, типа, отламывает это, крепление для батарейки и так далее, я ее потом, блин, кривым паяльником припаивал обратно, вот, к дорожке и этим хот-глю. Вот о, это... да, горячий клей. Да, приклеивал это дело, чтобы просто батарейка там держалась. Там пришлось зачистить дорожки, там наш приходник туда, блин, припаивать. И это жуть. Да, это вам не клей-момент. Да. Жуть, короче. Я говорю, блин, ну, охрененно странно. Я... Обычно у меня вообще ничего такого. А те места, которые обычно... скажем так, ломаются или выскакивают, или еще что-то, вот, то я наоборот. С первой попытки, без всяких этих перебоев. У меня... Практика, да, Ваня. Да, вообще какая-то странность была. Вот. Сегодня какая-то девочка, которую я не знаю, она сначала очень долго на меня пялилась, потом мне язык показала и ушла. Что, просто пришла такая? Нет, она... Она типа в этот в машину села, там ее машина, видимо, ее ждала. Вот, на другой стороне, блин. Но сначала попялилась на меня такие добрые секунд 20. Я типа сначала взглянул так этот, типа, мельком. Стоит да, девка. Да хотя, блин. Стоит девка. Я после этого такой стою, думаю. Ну, лица-то я помню, я всегда запоминаю, но ее я не знаю. А вот она тебя знает, Ваня. Хотя, если бы, может, повернулась задом, может быть, я узнал бы. Повернись-ка, избушка, ко мне. И немножечко. Да. Повернулась изба. А дальше сказочки конец. Кто все понял, молодец. В избушке задрожало, будто там была война. Не учи, не учи. Плохой, Ваня, плохой. Не надо учить молодых людей. Ты что, сказку про Кощея Бессмертного не знаешь? Нет. От сектора газа. Я сегодня проснулся. Я сегодня проснулся с утра, потому что я попал в аварию.
Во сне. Ну, причем вел почему-то не я. Что, я, что ли? Нет, не ты. Сестра Ингрид. На ее машине. А, ну это... Это неудивительно. Я сегодня... Я хотел этот... Весь день посмотреть в соннике, что же это значит, но потом я забыл о сне. Это плохо, значит, сбудется. Но если я стану миллиардером, то все будет хорошо. В принципе. Я и другую машину куплю. Ах, блин. Может, еще пересадку мозгов. Блин, после того, как вчера разобрался с этим, с лэптопом, в смысле, собрал его обратно, отдал этому Гарику. Я рассмотрел этот Lost. Потом включил еще один эпизод. Я такой, о, да, здорово. И потом он такой, этот, закончился эпизод, говорит, ну все, мне пора, я пошел домой. Ну и там, естественно, как обычно, остановилось на интересном месте. Да там все время останавливались на интересном месте. В том-то и проблема. Там просто пипец. О, столько всего, это просто жуть. Там, знаешь, просто закрут на закруте и закрутом погоняет, блин. Там... Все так завернуто, это просто жуть. Я никогда так и не смог посмотреть из этот. Даже сезон полноценный не смог просмотреть эту Lost. Почему? А ты какой сезон смотрел? Первый? Я с первого начал. А, первый вроде ничего. Ну, не знаю. Я его, правда, не смотрел. Что-то... Я начал смотреть где-то с четвертого, да. По-моему, сезона. По-моему, с четвертого, да, смотрел. Вот, или с третьего. Начни сразу, какой там последний? Начни оттуда. Mm. Будет. Это disappointment будет меньше, Ваня. Ну, не знаю, я еще до этого не дошел, пока что весел. Но я, кажется, знаю, куда это все идет. Это будет драка. Ну вот, люди, напишите в комментариях, как закончится сезон Lost. Нам очень интересно. Не сезон, а вообще весь сериал. Да, весь сериал, люди. Я там намек видел, там была драка этого... монстра с этим, с каким-то, по-моему, волком или еще что-то в этом духе. Геркулеса с самураем. Афро-ниндзей. Или не афро-самураем. Не, Геркулес со Спайдерменом. Ой, это было бы интересно. Нет, на самом деле, если уж так сравнивать, вот на что бы я посмотрел, так это схватка Геркулеса с Капитаном Америка. Они же морду друг другу будут до скончания столетия бить. Пых, 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 пых. Зато сколько этот бокс будет продолжаться, а? Ага. Шоу будет бесконечное. Кто знает. Вот это было бы интересно. Только с учетом того, что не... А хотя Капитану Америку можно щит дать. Может, поможет. А может и нет. Фиг знает. Ну, посмотреть, кто первым в нокаут пойдет. Раунд 5879. Да, это было бы интересно. Да, у меня неделя тоже какая-то странная вышла. Вообще такая странная. Короче, в воскресенье то иду. Ходил по городу. Я гуляю иногда по городу. Uh-huh. Вот, прохожу. Ты знаешь, там в центре города, чуть-чуть, точнее, чуть-чуть от центра, чуть-чуть там буквально один квартал пройти, да? Uh-huh. Один блок. Вот. Там есть бар для гиков. Ну, туда собираются в основном, типа, хипстеры, музыканты такие все. Типа, как выразился один мой друг, или, ну, пусть будет друг. Вот, типа, летом с шарфом гуляют. Вот. Короче говоря, этот товарищ... Я просто все сижу и жду, где там пидорасы вылезут. Не, почему? Я не знаю, где там пидорасы вылезут. Вот, но, да, короче, прогуливался мимо, я смотрю, этот там друг-товарищ, он в воскресенье там на гитаре серф-мьюзик со своими друганами играет. Ага. Вот, прохожу мимо, вот, это такой, меня смотрят, а я его такой, peace sign, и все так... резко на меня смотрит окно. Ну, там сцена у них прямо рядом с окном, а бар маленький. Uh-huh. Вот, я оттуда утащился.
А на следующий день я пошел этот, его проведать, потому что понедельник, у меня полпонедельника было свободно, а понедельник в Америке никто не работает. Uh-huh. Вот, пошел с ним, поговорил. Вот, я же ему этот iPod подарил еще где-то год назад. Вот. Ну, он типа такой, это iPod перевернул мою жизнь. Вот. Ну, дальше я не уверен, что он говорил, потому что мы уже свернули на другую тему. Не очень люблю, когда мне начинают рассказывать, как Apple продукты изменяют ихнюю жизнь. Вот. Ну, такое прикольно. Ну, а что ты ожидал от хипстера? Ну, он не хипстер, он типа математик. Он в университете работает, он, кстати, 10 лет получил. Он работает, он ведет там математически. За что? Кого он убил? Ну, 10 лет, это типа, знаю. Стаж в университете. Теперь он там осел уже плотно. Его оттуда так просто не выковыривают. Ага, он не выпустят, да? Да. Ну, ему работа нравится, как бы, а чего? На самом деле, прикольная работа. Лекции ведешь. Небо в клеточку. Да, вот, как бы, тёлки там проходят мимо. Ну, так что с друганами он по выходным этот в бейсменте у себя играет. Наверху двое китайских детей орут. Вот, вместе с женой китайской. Так что, чё, нормально. Ну, прикольный чувак, прикольный. А, он книгу выпустил свою, ёхтель-мохтель, я его консультировал. Я такой, короче, когда я с ним брал курс, который я чуть не завалил, вот, там книги не было. Он говорит, идите в библиотеку, возьмите такую-то книгу. Вот ты смотришь книгу, блядь, видишь фигу. Ни примеров, ни хуя нормального нету. Угу. Вот, наконец-то он спустя там сколько, уже 2 года, он книжку свою выпустил. Вот, ну, мы там сидели, обсуждали, типа, как на этом деньги заработать ему. Вот, он говорит, я на сайте ее сейчас бесплатно в PDF раздаю. Снять, это же студенты, снять книгу. Ну, он мне рассказал, типа, вот, если там идешь к этим, знаешь, к паблишерам, типа, там, книга будет, грубо говоря, книга будет стоить 100 баксов, он с этих 100 баксов будет видеть максимум 10, может быть. Вот, и как бы и получается, знаешь, ни дому, ни... Как там поговорка? Ни колу, ни дому? А, ладно. Ни колу, ни двору, по-моему. А, точно. Вот. И потом, если идешь в университет, там еще веселее в университете, оказывается. В университете они, там у них свой печатный станок. Ну, у кого печатного станка сейчас своего нету? Вот. Но по сути, что они делают? Они у тебя права на книгу покупают, дают тебе 1000 баксов, а все, что они продадут, это они продадут себе в карман. Они тебе просто дают 1000 баксов. Все, валяй отсюда. Шел вон. Ага, у меня такая же была реакция. 1000 баксов, вы что, ебанулись? На этой книге вы еще последующие, блядь, лет 20 будете качать деньги. Потому что, ну сколько там... Слушай, Жень, давай откроем свой университет. Да. А что, прикинь, каждый класс, каждому студенту по 1000 баксов будет стоить. Вот. Да, как в том фильме, когда они открыли свой собственный университет и изучали хуйню. Ну, в принципе, да, можно. Ну, да, ерунда. Чему мы их будем учить? Пить, курить, и они сами все могут выучить. Ну, так у них диплом будет. Да. Мы им ачивменты будем выдавать. Конечно. Да. Закончил класс, ачивмент. Вот тебе медалька пластиковая. Наклей себе на трусы. Товарищ, интересно. Я его все уговариваю. Пару лет назад он хотел софтину писать для математики. Я его накручивал. Короче, к сожалению, время пришло, и он обнаружил, что уже написали. Вот, ну. Ага. Вот, ну ничего, я ему все равно сказал по поводу книги. Давай, типа, я тебе сайт сейчас сделаем. Туда PayPal, студента по 20 баксов, электронный формат. А вечером до меня дошло. Что, конечно, здорово, электронный формат, но этого делать не стоит. Надо студентам продавать. Фишка вот в чем. Зря я ему это посоветовал, но я думал, он этим заниматься, наверное, не будет. Но надо будет ему позвонить, сказать, чтобы он даже не думал об этом. Я ошибку допустил. До меня уже вечером доперло. Ты раздаешь книги в электронном формате, потому что я ему говорю, давай,
PDF, EPUB во все форматы, на все iPad, iPhone и все, и Kindle, и все остальное. Вот. А вечером до меня дошло. А зачем? Потому что эти студенты, пидоры, они же пойдут и тут же все скинутся по доллару, купят одну книжку и раскопируют друг другу. Да. Надо сделать... Книжка 200 страниц, кстати. Не шуточная книжка, окей? Это вам, блядь, знаешь, не купили и не подтерлись ей. Не-не, серьезная книжка. Там на месяц хватит. Ну да. И, короче, надо ему действительно, надо будет как-нибудь сделать... Короче, надо просто ее принтить и продавать им где-то по долларов 20. В итоге им будет в облом копировать, покупать будут у тебя, и, в принципе, он себе копеечку заработает. Ну он много туда труда реально вложил, как бы. Ага. Книжка для его класса. Вот. Но я на самом деле эту книжку бы хотел себе. Я ему, кстати, сказал, с тебя типа книжка вместе с росписью. Он говорит, да, конечно, все остальное. Нормально, чувак. Вот, а потом я зашел, пока в университете был, я зашел к Когти. Вот. Чувак, конечно, Ваня растолстел, а еще он у него... А, он женился, да? Да он женился давно, да. Он же там детей наклепал, но это все ерунда. Вот. Потому что Когти, он же вообще сам по себе, помнишь, когда только пришел в университет, он был такой тоненький, маленький такой, да-да-да. Типа, дашь ему в табло, и он переломится на две части. Ты знаешь, мне типа, Игорь говорит, у тебя отдышка. Я, короче, с ним рядом посидел, с учетом того, что он не курит. Я говорю, все же, пиздец, у него отдышка. Вот, он растолстел, то есть, я например, я, конечно, толстый, но у меня еще и плечи широкие. Uh-huh. Как бы еще, ну, окей, конечно, выглядишь как уё, ну, хотя бы у тебя, ты длинный, типа... Плечи широкие, ладно. А он же сам худенький, коротенький, по сути. Да, каждое кило на нем это... Да, это как 10 на мне, грубо говоря. Вот. Ну, еще поболтали, он, как обычно, тот же образ мышления. Я ему показал свою софтину, он такой тут же начал думать, куда ее всунуть, где засунуть, куда прикрутить, открутить. Ты имеешь в виду, как на ней заработать? Ну, типа того, да. Вот. Не знаю. Ну, короче, самое прикольное, он стал директором. Кого? Всего компьютер сайенс отдела. Да. Надо возвращаться. В принципе, можешь попробовать. Все, я понял. Возвращаюсь в Сатланд и иду обратно в универ. Да, он реально все. Вот. Ну, он как обычно. Мне копти... Пашко! Им вот у него что-то такое русское есть. Вот как что бы он ни достиг, ну я не хотел быть директором. Работ хуйня, потому что там надо больше работать, да, и никто не хотел эту позицию. Нет. На меня все скинули, козлы. Да, 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 типа там. Ну, он не говорил там, типа, козлы и все такое. Типа, вот я тут такой, я вот пришлось мне взять, вот. Я такой сижу, думаю, я в моих планах было, что он где-то через полтора-два года станет директором. Это в моих планах было. Ошибся, Жень, вообще, блин. Да, но я не ожидал, что он такой амбициозный. То есть я знал, что он, в принципе, такой парень, не пропадет, но как бы, чтобы он так быстро дохапался до директора, то есть, угу. Подозревал, но не настолько быстро. Хотя, может быть, там кто-то ушел, поэтому немножко ускорилось. Ну, как обычно, в общем... Не своевременно ушел. Да. С позиции. Да. Вот, короче, там, как обычно, в общем, сейчас же все, в Канаде экономика идет наверх. Поэтому денег в университете стало меньше, в департаменте денег стало меньше. Вот, потом он как обычно... Ну, нет, не как обычно. Первый раз, когда он облил студентов говном сверху донизу. Кстати, не обыкновенных студентов, типа бакланов, а студентов-мастеров. Ни хрена себе. Да. Короче говоря, эти долбоёбы, что они додумались, они заставили через... как это будет... Фак, как их зовут эти? Unions. Как по-русски будут они? Unions.
Да. Да, Union. Да. Сейчас. Подождите, пожалуйста. Давай, ты думай, я анекдот расскажу. Так вот. Не могу думать, у меня башка болит. Потому что я помимо того, что смотрел Lost, я еще до 6 виски пил. У меня там 2-литровых пузыря. Нет, подожди, может 1.5, может 2 литра. Ну, Вера. Профсоюзы! Во! Хорошо. Получилось. Высрали. Короче говоря, студенты, май их налево гистры. А они, короче, несколько лет еще назад вступили в профсоюзы. Блядь, мудаки. И они, типа, предложили профсоюзу, и сказали профсоюзу, чтобы надавить на университет при подписывании нового контракта, в котором указывалось, что любой студент, который будет работать на университет, типа помощник профессора, ну, это, да, GA, это мастер или PhD студент, который помощник профессора в каком-либо курсе, он должен получить как минимум 3 последовательных семестра работы. Ага. Вот и все. Копти, короче, сидит такой, говорит, а как мы должны студенту обеспечить 3 семестра подряд? Мы не знаем, что будет. В итоге, мы не можем нормально распределять, типа, знаешь, вот тебе семестр, вот тебе семестр, вот тебе семестр. Допустим, 5 человек ты дал. Потому что потом надо этих всех 5 людей держать еще 2 семестра после этого. Вот. Они типа, а мы ж не знаем, будут курсы, не будут курсы. Значит, не дадим в первую очередь. Да. Вот так вот он сказал. Он говорит, и потом типа и отбор будет жестче, и как бы и давать будут меньше людей брать, потому что просто-напросто тупо они, знаешь, ну... Ну, пиздец. А, и аргумент студентов, как он мне сказал, был, что мы студенты, мы же тоже должны что-то зарабатывать. И тут, блядь, меня скосило. Вы, блядь, студенты, вы сюда учиться пришли, а не зарабатывать. Ну, что же зарабатывать что-то надо? Ну, они увидели халявную корову и решили подоить. А вы, то есть, вы, тупость, блядь, джейство. Это может быть... Может быть, студенты, может быть, с мозгами, которые нихуя не делают. И они нихуя не делают. Я был у Джеев. И моя женщина была Джеем. И поверьте мне, они нихуя не делают. Ну да, они самая их продуктивная работа приходится на конец семестра, где им пару-тройку, ладно, 6-8 часов надо походить по кругу. И это очень сложно, я понимаю, походить пару часов по кругу. Заставить студента ходить 2 часа по кругу, это, я не знаю, как свинью попытаться научить летать, наверное. Потому что они привыкли сидеть на своей жопе. Ну, серьезно. Да, ну, ты знаешь, после часов напролет сидения на жопе, хождение более чем, знаешь, вот до ближайшей кафетерии. Да, нет. Это чересчур, это... Чересчур сложно. Ну да. И самое главное... Мне кажется, им надо перераспределить это самое через семестр только хождение. Хождение только через семестр, а до этого там подготовки, там, допустим, знаешь, хождение в туалет. Не, и самое страшное, как бы, они даже когда прокторят, да, ходят по кругу 2 часа. Ну, ёптову мать, 3 часа иногда. Ну, от них ничего не надо. Они не знают ни темы. Им даже не надо наблюдать, что кто-то списывает, по сути. С них ничего не взять. От них толку нету. Нету. Все. Не, ну почему? Это они не создают толпу? Ну, да, массовка. Это все, что они толк. Вот, то есть, и как бы, знаешь, такой аргумент, нам тоже деньги надо зарабатывать. Блять, хочешь работать? Сраный мастер, иди и получи нормальную работу. Отучился, бакланом стал, вперед, на баррикады, блядь. Стройте ебаные заводы, все с гитарами, одни гитаристы, блядь, в этом
Ты серьезно? Это, причем это не бакланы. Бакланам вообще ничего, как бы, они не претендовали. А это мастера. Мастера в университете должны зарабатывать. Ну, вот серьезно, у вас уже есть диплом. Хочешь зарабатывать, вот делай как я. Иди и работай. То есть, что за дебилизм? Я не понимаю. Вот просто. Напрочь. Быть мастером, это же прикольно. Научные исследования, делай разработки, работай с профессорами. Какой нахуй заработок? О чем вы говорите? Это образование. Хотите работать? Идите на фабрики. Или программируйте, или играйте на гитаре. Ты знаешь, я тебе говорю, в этом сраном городе вот эти вот профсоюзы настолько сильные, что они весь этот город с собой тащат на дно. А потом жалуются люди. Ой, здесь работы нет. Конечно, здесь нет работы. Здесь никто не хочет фабрики открывать. Знаешь, почему Сарланд нанимает до сих пор? А. У них там нету профсоюза. Конечно, нет профсоюза. Потому что... там даже, я когда там был, там листовки были, это в смысле как, типа, плакаты маленькие такие это, на стенках. Какие бонусы вы получите от профсоюза? Да, безработицу. Вам понизит зарплату. Да. Нанимать будет тяжелее. Вот, и там еще что-то там, короче, блин, знаешь, такая, блин, эта статья, просто пипец, что, типа, компании это будет стоить настолько дорого, что половину из вас просто не смогут нанимать. Да, но, потому что в этом и проблема. Сейчас плохое экономическое время, а профсоюзам поебать. И, кстати, мне Игорь рассказал, она сейчас работает там в агентстве по наему. Она мне рассказала, что, оказывается, сейчас даже временным рабочим надо платить профсоюзу. А что это значит? Это просто полный тупизм по одной простой причине. Временный рабочий, он платит профсоюзу. А никаких бонусов из этого не получает? Конечно, он ничего не может. Его оставить на работу не могут, потому что он временный рабочий. Из-за временного рабочего он не получает никаких бенефитов, ни докторскую, ни зубы, ничего. Но при этом он все равно платит профсоюз. Это тупость. Я вот серьезно. А знаешь, кто это пришел? Кто? Профсоюз. Ну, естественно, как им же нужно. Профсоюз, по сути, это бизнес. И им нужно увеличивать свои доходы. Вот как на это не смотреть, это очень просто. Я их не виню. Это нормальный капиталистический бизнес. В чем еще делать? Капиталистическая мафия. Да? Вот. Ну, господи, рано или поздно это все перегорит. Все это ерунда, люди. Становитесь программистами, у них профсоюзов нету. Так что вас уволят без задней мысли. Да? Ладно, перед тем, как мы пригласим гостей, еще одна вещь, которая просто меня порвала вчера. Ты знаешь, кто вернулся? Королева воинов. Зина? Зина? She's back! She's back! В смысле? Ну, короче, вчера еду с мойки. Вот. И, короче говоря, да, смотрю, думаю, как это проходит тёлка. Только живот у неё какой-то жирный. Ну, всё снаружи похоже на Зину. Блин, ну не может быть. Она пошла копировать документы в магазин. Ну, я думаю, ладно, сейчас зайду, посмотрю. Захожу, и она стоит. Вот, она, короче, вернулась с этого Альбиона. Вот, рожать в Канаде. И говорю, что ты сюда приехала? Он говорит, ну-ка, я хочу, чтобы моя девочка, мой ребенок, была канадкой. Да. Я говорю, ты же вроде там, у тебя муж в Британии. Что ты сюда? Ну-ка, я хочу, чтобы она была канадкой. Да. Ну, я не уверен насчет Британии, но если там хоть что-то похоже на Штаты с родами и так далее, то, да, ты знаешь, в Канаде рожать, конечно, удобнее. А я не знаю, она сказала, что ей Британия не нравится. По крайней мере, тебе, знаешь, этот бил не вставляют где-то с несколькими там ноликами, там совсем чуть-чуть, так, 1020 в итоге там мелочь. Ну, ладно, не будем считать деньги, потому что она работает, она тоже, она же там не говно копает, да, в сортире,
Вот. Она, слава тебе, Господи, работает при университете, занимается разработками... Археолога. Нет, там этот Альцгеймер, Альцгеймер дизиза. По-русски, не знаю, болезнь Альцгеймера, наверное. Да, не, ну что, она и здесь, в принципе, была крута относительно. Ну, как бы, все, отучила, защитилась, уехала. Ну, типа, там, она хотела мужа. Муж хотел ее. Вот, так что так. Теперь у них есть ё-моё. Вот. Так что... А, я с ней пойду на завтра встречаться. Наверное. Я не уверен. Так что... Она сказала, что она пойдет домой, надоит сиськи полные. В смысле... сольет свои две большие сиськи в бидончике. В бидончике, да. Вот, чтобы можно было покурить потом. Типа, ребеночку не надо будет сиську давать. Вот. Так что она сможет покурить. Вот. И сказал, что там полтора часа максимум, потому что мама не хочет с ребенком сидеть. Вот так. Я говорю, давай вечером в пятницу после работы. Ну, у нее работы нет, он там с ребеночком. Так что вернулась, она вернулась и скоро уедет. Конечно, документы делает. Ребеночку визу. Визу. Она визу. Так что так. Так что так. Да. Вся компания в сборе, почти все вернулись. Смотри-ка. Не, Рома не хватает. А, Рома скоро приедет. Не переживай. Ах. Да. Да. Ну вот, такие изменения. Меня это навело только на мысль. Хорошо жить в маленьком городе. Всех знаешь. Ну, всех, кого надо, знаешь. О, блин, да, это... То, что маленький город, это, конечно... это... Это просто почастую, ну, такая жуть. Типа, друг от друга ходим и... Да, знаем, да, видел, да, да, привет, да, давно не виделись. Это, ты этого человека знаешь, там, да, я с ним работал 2 года назад, там, а вот этот, ну да, мы вчера с ним выпивали, ну там, да, он ко мне сейчас приехал, да, я, кстати, с ним сейчас работаю. Пипец, все друг друга, блин, знают, все. А женщина работает сейчас? Так хорошо. Ваня, я никогда не думал, что я буду так радоваться, что женщина работает. Твоя? Да. Нашла работу? Не совсем. У нее этот, у нее 1.5 месяца. Обещали 2, но дали 1.5. Вот. И она, короче, есть этот staffing компания, ты знаешь, где там людей нанимает без прав и всего остального. Ну, людей в смысле с правами, но устраивает на работу без прав. Вот. И она, короче, ей женщина позвонила в один день, просто с бодуна. Вот, говорит, приходи на интервью. Она туда побежала, она ей работу вручила. Там у нее было 2 кандидата. Вот. А один кандидат был MBA, типа мастер бизнес-администрации, uh-huh. А вторая это она, экономист, мастер. Мастер экономики. Uh-huh. Вот. Она, короче, смотрит, типа, на эти 2 резюме. Сынуля с утра звонит своему, а он в Альберте начальник какого-то RBC. Угу. Говорит, сынулик, я не знаю, у меня здесь типа один MBA сидит, и одна мастер экономики, сынулик такой. Экономику бери. Ну вот, она приехала, там интервью было небольшое, она ей вручила работу. Ну, работа, насколько я понимаю, там, короче, ей нужно репорт сделать по собственной компании. Вот, типа, самые великие заслуги за последние, по-моему, 10 или 15 лет в этой компании. В тот момент, как она ее основала, фактически. Uh-huh. Вот. Ну и все, она как бы должна репорт написать за 1.5 месяца, и пока. Ну, лучше, чем ничего, как бы. Не, ну, конечно, хоть 3 зарплаты. Mm. 3.5? Не, ну, почему 1.5? Каждые 2 недели. А, не, я просто. Мне платят раз в месяц, поэтому. А, серьезно? Да, мне только раз в месяц. Все. Выделили бюджет, и все. Валей. Так, ладно. Пора подсоединять наших гостей. Вот, мы
время вроде накатали, нормально. Сейчас с ними 3 часа, никто жаловаться не будет, и подкаст получится на все 3,5. Ага. Все, скоро будем. Ждите. У моря погода. Ой. Так, добро пожаловать всем обратно. С нами Игорь, успешный менеджер в очень успешной компании. И Антон, программист в другой очень успешной компании. О, насчет успешности пока рано говорить, но сегодня был последний день моего испытательного срока. Молодец. Купил Мазду? Нет, не купил. Завтра. Приедет CTO, мы с ним будем говорить об обещанном мне salary reassessment, пересмотре жалования. Правильно, больше бабок плати, проси. Да, сразу, и... сразу повышение проси. Тут на самом деле жестко. Я пропустил сколько? 4 подкаста? 3 подкаста? Ну... Я сел работать, знаешь, и сел как в поезд такой скоростной. Книжку открыл на 5 минут, потом глаза открываю, опа, мы уже 80 километров проехали. Я вспомнил о том, что у нас подкасты по четвергам, наверное, в пятницу, через 2 недели. И так, ой, чего-то не хватает, чего-то, кажется, я забыл. А прошло 2 подкаста уже. Да. Вот. Слушай, так, случайно вот... Диабло не играл? Нет, ну какой Диабло, ты че? Да. Ну, не знаю, я только вчера вспомнил, что... Не вчера, а позавчера я вспомнил, что я с выхода Диаблы магазин не принимал. Офигеть. Ну? Кстати, слышали, XCOM выходит новый в сентябре. Блин, не новый, а... Ну. Была игра UFO. Ладно, это другое, это дальше. Сегодня твой самый удачный день, потому что перед тобой стоит директор маркетинга из компании. Можно я назову компанию? Ну, это видеомаркетинг. Не весь маркетинг. Да ладно, не будь скромным человеком, все нормально. Так вот, директор маркетинга компании Коба. В Канаде? В Канаде. В Канаде. А ты слушал предыдущие подкасты, Игорь? Нет. Он в подкастах только участвует. Я только записываю их. У меня Коба столько претензий. Ну, ты можешь как бы рассказать их сейчас. Что тебе не устраивает? Коба никогда больше не связываться. Так, спокойно. Он тебе 1-800 номер даст. А, да-да. Можешь высказать все, что хочешь. Это... Мне сейчас рассказывать или потом? Да нет, не надо нам рассказывать. Если это негатив, в этом подкасте он не нужен. Нам только позитив. Ну, в общем, весь негатив заключается в том, что мне месяц, больше месяца доставляли Коба, а потом еще больше месяца деньги возвращали. Так все правильно. Так купил бы в Индиго его, и все. Да, а во-вторых, это такой популярный продукт, что на всех не хватило. Вот ты и ждал, пока они там соберут в Китае. Ну, не знаю, Amazon за 2 дня даже в Канаду присылает Kindle. Ну так это Amazon, это же их не Kindle. Ну, а Коба это же ваши, я через ваш сайт заказал. Ну, через наш сайт? Ну, конечно. Так Amazon, он а там... А ты в Торонто, в Канаде? Да. Так купил бы в этом самом, в Индиго. Ну, вот так, я защитил диплом, и вечером думаю, о, сейчас закажу-ка себе книжку, 12 часов заказал. Ну да, там у них с доставкой проблемы, на самом деле. Ну ладно, вернемся к подкасту. Антон, это твой звездный час. Ты можешь напрямую договориться с директором маркетинга о работе в Коба. И потом, когда твой CTO приедет, ты ему скажешь, а мне уже предложили другую работу. Серьезно? А? Ну это уже интересно. Конечно, это твой звездный час фактически. Собирай контакты, пока можешь. Игорь скоро уйдет кушать, вот, и все, поезд ушел. Нам нужны аниматоры. Аниматоры? Я программист на самом деле. А, программисты тоже нужны. Ты что программируешь? С бубном плясать еще. Ты что программируешь? Java, C-Sharp. Java нужна, кстати. Ну, сейчас я посмотрю, что у нас из вакансии есть. JavaScript, jQuery. Так вот, как он тут. Сейчас, подожди, jQuery нужно. HTML5, знаешь? HTML чего? HTML5, знаешь? Конечно, знаю. Ну, так. Любой человек, который программирует на Java, может легко программировать на HTML5.
HTML. HTML. Смотри, нужен... Ну, отличается. Build engineer. Нам нужен C++ developer. Туговато. Нам нужен HTML5 developer. Нам нужен junior developer slash tester API team. Не. Senior API .NET developer. О, .NET, .NET могу. Senior developer hardware. Не. И как бы strong.net slash C hashtag developer. Sharp. C-sharp developer. Ну, нормально. Че, Java, C-sharp одно и то же. Вперед. У меня опыт и там, и там. Смотри. Сколько платят? Без понятия вообще. Но если я порекомендую его, то мне заплатят. Чего ты порекомендуешь? Если как бы человек от меня придет, да, то заплатят мне. Отлично. Отлично. Заплатят тебе, ты с нами поделишься, благо мы его устроили в этот подкаст. Нормально, давайте. А где офис находится? Liberty Village. Где? Liberty Village, King and Dufferin, знаешь? Деревня. А, ну это в Торонто. Ну да, Торонто. А ты не в Торонто, что ли? Я в Оквилле, но это близко от Торонто. Ты там на этом самом Gold Train Station есть близко. Ну, замечательно. Машину, может, не придется покупать. Конечно. Там Gold Train Station прям рядом вообще. Вот так вот чудеса. Давай я тебе пошлю ссылку. А все нас в этом подкасте, да? А, не, нельзя конверсация. Ну, зайти в koba.com/jobs. Окей, посмотрим. Так. Ну, спасибо. Директор маркетинга, мы тебя не слышали уже такое долгое время. Расскажи нам. А, да, ну, так, потихонечку работаю. Снимаем ролик сейчас. Стёлками. Ну, как бы не стёлками, с детьми. О, это уже интересно. Для, типа, для дня отца. А тебе артист не нужен? У меня здесь есть один. Артист? Да, он детей очень любит. Ваня его зовут. А, Ваня-то я знаю, да. Тот еще артист. Мы колл-центр собираем. У Вани есть опыт. Я что-то на этой неделе так сидел, думаю, куда подкаст докатился? Все повзрослели, все стали какими-то там мачо-мучо где-то там чего-то. Так интересно. В смысле все? Что? Да, но это мы только с тобой вдвоем в визоре остались. А вот нормальные люди уехали в Торонто, стали большими людьми. Выросли над собой. Ну, да. Если бы. А? Если бы. Ну, почему? Знаете, у меня... Я стал работать, и меня снова каждый день почти что мучают такие мысли. Вот зачем мы живем? Вот я свою жизнь размениваю на эти бумажки цветные. Нет, ты ее размениваешь на Мазду. Ну... Не, я хочу себе Volkswagen. Хорошо, ты ее размениваешь на Volkswagen, извини, ошибся. Ну, да. Сейчас, подожди. Что, тебе Volkswagen не нравится? Мне нравится Volkswagen. Ну? Мне очень нравится Volkswagen. Он, сука, дорогой. Да, и кусок говна к тому же. Ну. Дизайн 5, имплементация 0. Ну? Да, ты думаешь? Конечно, я не думаю, я знаю. Но это потом тебе объясним. А, мы, кстати, делаем сайт про машинки. Приезжай, я тебя познакомлю с одним очень хорошим механиком. Он тебе быстро ответит на все твои вопросы по Volkswagen. Это не шутка была. А, окей. Ну я не знаю, я не хочу Volkswagen. Правильно, надо Volkswagen покупать. Я хочу. У меня же мечта детства дурацкая, DeLorean. А, DeLorean, приезжай. Он быстро тебе ответит по всем вопросам про DeLorean, да? 8 тысяч, он твой. Да, а где? Ну, у нас здесь есть парочка товарищей повернутых. Они эти DeLorean складывают в гаражи и потом их хотят, ну, потом их рано или поздно продают. Да ладно, ты как бы есть на ходу DeLorean? Да. Давно было. Они в Канаде или в Детройте? Да и в Канаде, в Детройте есть. Слушай, я приеду. Скоро. А что это такое? Это машина времени. DeLorean?
Да. Да. Игорь хочет у нее сесть и уехать обратно. Да. Он купит каталог всех канадских игр в хоккей и станет миллиардером. Это альманах. Альманах, да. Альманах, это что-то такая, да, как будто... это небритая женщина. Альманах. Это сегодня рассказали такую интересную, забавную шутку. Это этот стёб над Индиана Джонсом. Вот. Типа там такая женщина в вульгарном наряде и написано «Индиана Джонс». Индиана Джонс. Внутри Индианы Джонс. А, внутри Индианы Джонс. Да. О, нормально, уже звонят. Господи, ну что же они дадут посидеть спокойно? Чем надо? Короче, введите дальше, я пойду отвечу. Алло. Вот, Женя единственный человек, который меня отговаривает от Volkswagen. Все остальные, конечно, живут в прошлом. Так, да ты слушай лучше, Женя. Нормальная тачка, чем. Если на гарантии новая, это вообще отлично. Да. Вот так вот, как обычно. Ну ничего, Жене, я думаю, не привыкать говорить, а я тебе говорил. А я вам говорил! О, я вам говорю, я всем сейчас расскажу, что я вам говорил. Ресурсы, люди, качайте ресурсы. Да, торрент. Конечно. О торрентах. Да. Работаю в компании, которая делает железо и софт, ну, я рассказывал, для digital signage, для показа, синхронизированного показа контента на экран. О, прикольно. То есть в барах, в кафе, в молах и прочем. В Макдональдсе, меню в Тим Хортонсе. Ну, да. А, да, мы сейчас заказываем, по-моему. Как компания называется? Мы называемся Comkey. Может быть, комки, тебе знакомые. Не уверен. Комки и узелки. По-моему, мы как раз с вами сейчас работаем. Да, интересно. Я не уверен. Ничего нету лучше, чем спиздить хорошего умного программиста компании, с которой делаешь бизнес. Спасибо за комплимент. Но мы definitely что-то заказываем. А мы заказываем эти самые дисплеи для ритейла, по-моему. Ну, пожалуйста, 20 часов рекламы, а также вон того вот такого красивенького программиста. Не, мы по-моему, в Best Buy заказываем эти самые ритейл-дисплеи. Ты подожди, Антон... А есть говорил? Еще система пока. А, система показа, я понял. CMS и прочее там. И... В общем, и у нас по всему офису стоят экраны, и на них крутятся разные мультики, трейлеры из трейлеры фильмов. И крутится Джеймс Бонд, Quantum of Solace, Квант милосердия по-русски. И супермены всякие, Бэтмены, X-Men. Я ни один из этих фильмов не смотрел. Mm-hmm. Видеоряд такой прикольный, заманчивый. Я вчера такой уставший пришел с работы, думаю, дай-ка я посмотрю кино. Я 8 лет не смотрел кино на компьютере. Скачал. Я Джеймс Бонда этого с торрентов. И вот как-то там все так быстро, все бегают, стреляются, взрываются, убивают друг друга. И я что-то ничего не понял. Ты про пиратскую бухту или Джеймс Бонда? Нет, я про кино Джеймс. Кино кончилось, все вроде хорошо, но что-то я ничего не понял. Какие там были связи, что там с чем связано, зачем он туда бегал, зачем затем побежал. Да вот. Ладно тебе, посмотри Лост, там все понятно. Возникло такое вот мышление о том, что как снимают кино нынче. Кино снимают совершенно без сюжета. Сюжет приплетается к спецэффектам. Мы... Ну, все зависит от жанра. Я вот недавно этого самого «Диктатора» посмотрел. А, ну и? Ну, ржака вообще. Ну, как бы могло...
не так ржачно, как я думал, что будет, да, но все равно ржака. Ты рекомендуешь? Да. Один раз посмотреть стоит, обязательно. Ну что, Ваня, Саше Коину еще один шанс дадим? Ха-ха-ха, тебе Барк понравился. Может. Я не знаю, я посмотрел этот Man in Black. А, да? Я не смотрел вообще. Еще, причем, блин, меня это... Марка, блин, затащил на 3D, и я, после чего я подумал, нахрена, блин, лишнее платил за 3D, но я там, правда, с парочкой девочек ну, это, поболтал, пока ждали сеанса. Вот. По крайней мере, ну, я не знаю. Но, да, фильм просто зафигенный. Просто зафигенный. Какой, Борат? М? Борат? Нет, «Люди в черном». «Люди в черном». А, так это же старый фильм. А, да? Сейчас третий вышел. А, третий, да? Когда он вышел? Так вот, недавно, на днях. Так вот, на я него... Я пропустил! Да. Все, пора вешаться. Какой же ты гик после этого. Я не гик. Ваня тут заделался под хипстера, понимаешь? А, ну это бывает. В смысле хипстер? Ты хипстер, Ваня. Ваня, ты хипстер. А, ну хорошо. Правильно говорит, ёбаный хипстер. Я никого не присылал эту ссылку, нет? Нет. Бродвей шоу. Нет. Сейчас я покажу. Подожди, это обязательно надо, потому что мы раз уже заговорили, да, с культурой. Нужно как бы рассказать, как правильно слова употреблять. Понял, Ваня, учись. Вот. Специалист, понимаешь, директор по маркетингу, сейчас тебя научит себе свою задницу продать правильно. Сейчас он Лукоморье откроет. Не Лукоморье, это разрешал, я покажу. Лукоморье так, для, знаешь. Начинающих. Да. Слабоумно, на этом. Меня, я там могу засидеться. Понимаешь, здесь полный абзац сейчас будет. Там будет полный абзац, я обещаю. Вот. Директор маркетинга тебе обещает. Смотри. Держись, Ваня, за стул. Да, уже держусь. Ну, Антон, пока директор ищет, давай. У меня другая новость. Я стал обладателем коричневого пояса по айкидо. Между делом так. Молодец, я тебя поздравляю. Между работой. А в общем-то, вот на что уходила моя остальная часть жизни, которая короткая, которая оставалась после работы. Вот, сейчас есть время задуматься. О смысле жизни? Да, я достал интересную книгу, называется «Злые белые пижамы», Angry White Pajamas. Очень известная в мире айкидо книга про мужика, который в Оксфорде учился, получил литературную премию, которую в свое время получали Оскар Уайлд и всякие крутые мужики. Все, он подумал, что он крутой, в общем, стал писать, а писать что-то не получалось. И, в общем, стал странствовать, уехал в Японию учить английский язык и рассказывать, как они в Японии живут. Мы с тремя... втроем, с еще двумя мужиками. И он там их отписал. Нет, они потихоньку заплывают жиром, стареют, формы нет никакой физической. Это история прям про меня. Ну, вот. В Канаду заплыл жиром. А я живу в Японии, где люди, у людей пространство в домах, они выбрасывают, покупают новую технику, аппаратуру. У них уже нет места для старой, даже если она работает, они ее выбрасывают. Они ходили по свалкам, собирали такой маленький очерк о жизни в Японии, собирали работающую аппаратуру, технику, приносили домой, ей пользовались. Вот. А потом пришло им в голову заняться боевыми искусствами, чтобы самооценка поднялась, чтобы держаться в форме и прочее. Ну и, короче, их туда засосало, и рассказывается потом, как они, мужик дал себе слово закончить самый какой-то сложный курс, когда годичный курс окончания дается, черный пояс, и этот курс обязателен для японского спецназа Tokyo Riot Police. Mm-hmm. Вот.
Ну, я только начал читать эту книжку, но мне рассказали, что пара персонажей, о которых там идет речь, я их знаю лично. Это мужики из Канады, которые здесь сейчас преподают и в свое время тоже ездили в Японию учиться. А кому послать ссылку? Вот я не могу в общий чат послать. Антону? Давай, Антону. Вот, как бы я все убегаю, у меня еда уже пришла. Хорошо, давай. Обязательно подпишитесь на этот канал. И вот это видео в это самое в описании подкаста обязательно. Ну, пришли тогда мне. Я Антону прислал. А мир вот сюда. Мне теперь распространить? Да. Ты еще сбрось Антону свою почту, чтобы он потом с тобой соединился по поводу работы. Я в Фейсбуке нашел уже Игоря. Ну вот на Фейсбуке, да, есть. Это тот Игорь. У нас, оказывается, с ним 4 общих знакомых, кроме вас, друзья, из подкаста. Меня там нету в Фейсбуке. Я там нет. Я говорю, кроме вас. Все, давайте, ребят, пока. Давай, давай. Удачи. А, все хорошо. А он не вернется? Нет, ну, ты знаешь, жить директором. Я же рассказывал, что директора там работают, знаешь, по 12-16 часов в день, вот тебе и получается. Так и есть, да. Конечно, можно здесь ржать над Игорем сколько угодно, вот, но я, знаешь, как у нас на работе директора работают, я представляю, что это просто пиздец труд. Поэтому я уж не знаю. Говорим правильно. Да. Так. Виктор, а нельзя отправить подкаст. Чего? Нельзя отправить сообщение в Skype. Ну ладно, не отправляй. Так, Виктор задерживается, у него какие-то проблемы с интернетом, ну ладно. Программист тоже мне. Да. Ты вообще когда сюда собираешься? И его знает. На самом деле я приезжал в Виндзор, карпулил с двумя мужиками на тренировку по айкидо, но они все торопились, поэтому потренировались и сдали тест и умчались обратно. Вот. Когда приеду, не знаю. Понятно. Ну, приезжай, еще сходим на дзюдо. Да, я приеду. Я приеду. Вот. У тебя будет большой адвентаж, потому что я не занимался дзюдо с того момента, как ты уехал, так что нормально. Шансы равны. Вот. Так что такие вот пироги. Так, что у нас там? У меня тут для Виктора есть задание, когда он придет с питоном. А пока он не пришел, расскажу вам историю. Вот, на работе уже, по-моему, последние месяца 3 люди мне, наши гики, можно так сказать, девелопера, вот, мне все время говорили, я пойду сделаю один. Я такой смотрю на него, ну, иди делай свой один. Потом появилось 2, вот, потом где-то 3 где-то промчалось. Короче, все это время я сидел и не понимал, что значит я пойду и сделаю один. Вот. Ага. И сегодня мне наконец объяснили, что такое 1, 2, 3 и 4. Правда, там не совсем понятно, если это 4 или 6. Вот. Потому что если все сложить, 1, 2 и 3, получается 6, но почему-то это называют 4. Видимо, по порядку, чтобы было. Вот. Такая интересная. Вот. Так что теперь знаючи, использую местный жаргон. Вот. Так что можете инкорпорировать у себя на работе. Это такой шифровальный механизм. Между... 1 это поссать. 2 посрать, 3 подрочить, а 4. Это все вместе? Да, только 3 не дрочить, а блевать. Ага. А 4, да, все вместе. Make sense? Я долго не втыкал. Я догадывался, конечно, но, знаешь, как так странно. А у вас на работе даже блюют? Только дома. О, спасибо. Сегодня на работе такая срачка с утра была. Вот. Короче, мы в понедельник не работали. Я работал только полдня.
Короче, во вторник я с Владом программировал, а во вторник я, в общем, был ни в каком состоянии, у меня голова жутко болела. Я ему, короче, весь день говорю, у меня голова болит. Ну, Владу все равно, типа, давай. Короче, первую половину дня мы кое-как что-то написали. Вот, но это все не работало. Вторую половину дня, уже где-то начиная примерно с 2 часов, значит, мы в час вернулись с работы, потом мы еще что-то там поделали. В общем, с 2 часов Влад начал бодлокодить. Примерно часов до 4. Вот. Ну, бодлокод бодлокодом. Короче, ни хрена не работает. Перепробовали все, что можно. Знаешь, вот чисто тупо заниматься подставлением. Это не работает. Давай. Подстановкой. Да, а давай это попробуем. А что если сюда поставить L с 2 точечками? Вот, компилятор же умный, он нам говорит, что там что-то не хватает, лейбла. Ну вот давай туда его и вставим. Теперь 0 получается. В смысле, пустое место. Тоже не работает. Странно. 2 часа бодлокодинга, ничего нет лучше. Вот. В среду я работал из дома. И, короче говоря, первую половину дня меня там... Меня очень дрючили. А вторую половину дня... Я Владу дозвонился и говорю, так, а теперь мне объясни, что мы вчера делали и зачем это надо. Потому что у меня болела голова, и я ничего не помню. Короче, объяснил. Ну вот, короче, спустя час звоню ему обратно. Говорю, так, я решил проблему путем А. Объяснил ему. Он говорит, ну, конечно, это решение, но это не так красиво. Надо сделать по-другому. Вот, спустя 45 минут звоню ему обратно. Вот, это уже было ближе к 4, ну, где-то там 3. Вот. Ну, в общем, на телефоне его держу, парю хуйню про всякие сайты, давай купим дисплей, давай купим колонки, смотри это. Вот, а его это просто начинает выводить из себя. Ну, аж пустой треп, когда, по идее, я должен писать код. Вот, под конец разговора такой, так, все, иди, пиши. А я ему еще что-то говорил, я не хочу это делать. В общем, что сделано, то сделано. Вот, мол, тра-ля-ля. Вот. Он такой, все, я кладу трубку. Я говорю, у меня все сделано. Он говорит, какое у тебя сделано? Иди пиши. Я говорю, не, у меня серьезно сделано. Что у тебя? У тебя неправильно сделано. Типа, иди пиши. Я говорю, нет, ты не понимаешь, я уже все сделал. Он говорит, что ты сделал? Я говорю, то, что ты хотел, то и сделал. Короче говоря, недопонимание продолжалось еще 5 минут. Это просто друг друга на работе подъебываем на все, что можно. Короче, ничего, развернули весь его код. Вот, я там переписал. Ну, все, решил за 45 минут то, что он это, то, что мы вдвоем сидели, бодлокодили 2 часа в прошлый день. О, нормально. Да, еще говорят, что бодлокодерсу быстрее. Не, я просто не могу функционировать, когда у меня голова не работает. Я в университете уже набодлокодился. Знаешь, сидишь и тупо подставляешь элементы и смотришь на результат. О, получилось, смотри-ка, вот такой результат, да, то и ожидали. Подставил другое значение, опять не работает. Ну, давай-ка здесь if statement поставим. Это типа special case. О, и это special case. О, и это special case. Вот таким, знаешь, бодлокодерством. Я уже понял, что как бы, если ты не сядешь и не подумаешь об этом... Заниматься подставлением, но просто бесполезно, потому что... Ой, что-то ты мне напомнил, знаете, programming challenges. Сейчас мы сделаем, да. Тест-кейс. Пэм! Чё, я честно все списал на 5 с университета Ватерлу, чё тебе не нравится? Да мне все нравится. Вот. Так что нормально. Отличился умом и сообразительностью. Не, слушай, а разве мы не этот... Типа, да, мы будем работать на Java, ну как хотите. А на самом деле мы вот тут на сях написали. Ну, конечно. Что, я выбирал решение, что ли? Нашел в интернете на сях, будь на сях. Здесь мы пишем на сях, а тут мы написали на C++. Да мы вообще на все умеем писать, что? Да, я помню. Что, нормально, фигля. Антон, а ты так в университете не учился? Ну, чуть-чуть было такого. Но в основном я либо сам все делал в 90% случаев, а в 10% за меня все делал кто-то другой. Это по-нашему. Процентное соотношение немного маленькое. А таких промежуточных
промежуточных, чтобы вот так вот, абы как, лишь бы было такого, что-то не припомню. Эх. То есть оно либо все, либо ничего. Нет. С криптографией у меня дела не ладились, я там измывался. Криптография? А что это такое? Мы вообще криптографию не учили. Ну, на нас так учили, что ничего не осталось в голове. Слушай, что там кушаешь? Орешки. Ромка. Хватит шуршать, пожалуйста. Да, я думал, ты там разворачиваешь что-то, но разворот все никак и никак не заканчивался. Да, так что... Ой, люди, как великолепно работать на работе все-таки. Иногда, конечно, такие приколы. Так, ладно. Ладно, двигаем давай вперед. Давайте пойдем по быдло комментим. Я не знаю, вот кто из вас знатоки английского языка, высокообразованные люди, скажите мне, как будет по-английски быдлокодить или быдло делать что-либо? Я не знаю, почему, но меня это слово, выражение почему-то так приперло. Надо подумать. Не знаю, у меня сейчас просто башка болит. Слушай, Антон, а вы это, G-Unit'ом пользуетесь? Ну, как бы да, но нет. Чувак, я тебе советую, если сам не если на работе не пользуетесь, сядь в свое свободное время и выучи G-Unit, как им пользоваться. Нет, это, я умею. И меня изначально брали на работу как человека, кто сделает, протащит это везде, во всех проектах. Но меня уже засыпали всякой херней срочно. Сюда не до этого. Потому что, если честно, то это так хорошо работает. В особенности, если вы быдлокодите. Подожди, а G-Unit? Ну, это фактически внутреннее тестирование кода. Модульный юнит-тест. Понятно. Да, то есть ты там, например, написал класс, который вызывает там, допустим, какие-нибудь твои другие клоны, ну, или что-нибудь делает, вот, а потом результат всегда сравнивает. Вот. Ну, например... Например, у тебя результат всегда, ну или не всегда, у тебя, например, результат там выражение А будет 5. Вот. Или, например, он должен всегда быть там even или odd номерами. Вот. И ты вставляешь вот эти вот тесты, делаешь кучу для разного всего, или для разных сценариев и так далее. Вот. И как бы потом раз и пропускаешь. Фишка, самый большой бенефит, это я понял не так давно. То есть мы сидели, писали, ну, использовали, но весь бенефит состоит в том, что если вы потом делаете какие-то изменения в код, вот, и что-то ломается, то есть, в принципе, работает. Да, но там какой-то глюк. Да, но, допустим, какая-то часть кода ломается, то потом вот эти вот юнит тесты, они тебе раз и выдают, что там, в общем, твоя формула или твой объект больше не работает так, как ожидается. Вот. И это очень полезно при быдлокодинге. Очень. Это просто офигенно. Потому что, знаешь, сидишь там с тупой рожей, потому что некоторые тупые начальники не понимают, что это кодировать, знаешь, по 8 часов, ну, нереально в день. Вот. И ты сидишь, просто быдлокодишь ради того, чтобы просто быдлокодить. Вот, это подставляешь всякую хреновню без мозговой активности, а потом раз смотришь, запускаешь, а он тебе выкидывает, что ни хрена не работает в тестах. Все тесты провалились. Или 80% провалилось. Ты такой, о, походу добыдлокодился, пошли домой. Да-да. Не, офигенная вещь. Вот, особенно если... Потому что мы там сейчас проект пишем относительно такой жесткий. Там... Чёртова кукла, я уже сам не знаю, а где он начинается, куда что звонит, зачем что пишет, и где, когда, что этот, экзекьютится. Вот серьезно, если бы этих юнитов не было, потому что сидишь, что-то там быдлокодишь в каком-то классе, потом запускаешь, а у тебя в другом конце что-то отвалилось. Если ты такой, не понял.
Знаешь, а так бы прошло мимо и дальше поехал. Job security. Ну, в принципе, да, но у нас проект надо закончить в определенное время. А он просто настолько сложный становится, что как бы там надо... Скажем так, если там произойдет ошибка, то мы потом ее не найдем. Поэтому... Да. Так вот, дорогие все мои быдлокодеры, вы учите, если вы работаете над достаточно такими большими проектами, и над маленькими тоже, посмотрите, действительно, юнит-тестинг для Java, это JUnit, там, наверное, для каких-нибудь там C. Да. .NET это NUnit. Нет, на самом деле это то, что если вы не знаете, и вы программист, это стыдно не знать. Это... Я знаю, что это стыдно. Must have. Я когда на конференции в Чикаго был, они там это дело обсуждали, я это смотрел, такой думаю, что это за хуйня и зачем она вообще нужна? Но потом, когда мы начали... Надеюсь, ты это вслух не сказал. Нет, я просто взял и ушел. Ну как, это стандартное решение. Бедлокодера. Игнор. А что это за файлик в JIT-е лежит? А, нафиг, вы игнорили его. И файл с игнор. Да, на лице написано. Все знаю. Да, нахуй мне не надо. Я и так все про это дело знаю, да? Да, так что действительно. Сам на Википедии. Да, я присоединяюсь. Я раньше такого масштаба проекта никогда не писал. Поэтому раньше особо и заморачиваться не надо было, потому что, знаешь, все ошибки в браузер выводятся, как говорят программисты. Вот, а тут как бы, знаешь, там из одной хреновни в другую переливаются, и там все это по классам бежит. Я не знаю, там половина классов, что они вообще делают. Для таких проектов JUnit это, JUnit это идеальная вещь, XUnit его называют. X-Unit, J-Unit, C-Unit. X-Unit это обобщенно. X обозначает любую. Это означает переменную, ты знаешь. Да, ну это так. Для тех, кто не знал, возьмите на заметку. Для тех, кто знал, мы быдлокодеры. Ну ладно, я быдлокодер, поэтому не обращайте внимания. А я не кодер. Так. Некроз пишет. Подожди. Хозяйство себе режет и кормит им гостей. Другой развлекается тем, что людей сбивает на байке. На байке, да. Так, сейчас мне надо открыть эту новость. Стоп. Неужели нас обсудить ничего до этого не было? Стоп. И правда не было. Так, ну ладно. Начнем. Андрейка приписал обсудить. Поэтому мы сейчас и обсудим. Да, я сегодня в сортире, в туалете, в своей личной комнате. О-о-о, какая порнуха-то. Какая там реклама хорошая. Да, действительно. Почему меня не забанило? У меня реклама вся должна быть забанена. Это умная реклама. Блокировать этот фрейм. Так, что это такое? Regdesign.ru. Да, все уже блокировано. Нахуй весело. Нет, подожди. Пока это оставим. Фильтр. Нахрен, чтобы не жрало мне этот трафик. У меня под Firefox все закрыто в какашку, так что нормально. Так. Статья. Почему я не люблю мотоциклистов? Значит, здесь идет переписка, то ли на Фейсбуке, то ли хрен знает на каком-то русском, что у них там, русский Фейсбук, не знаю, ВКонтакте. И дальше после этого идет, значит, статья. Суть до дела, что мотоциклист переехал мальчика и девочку, фактически, парни и девушку. Он что, боком скользил? Мне интересно, он как... их шиб. Не, ну как... А потом еще мотоцикл пролетел и протаранил примерно 3 машины. Там 2 машины, но потом еще одна из этих машин еще третью стукнула. Так, кто там пишет? Игорь. Чего? Ну да, мы еще здесь.
Ешь да руку. Так вот. И, в принципе, да, здесь вырезка из этой социальной сети потрясающая, конечно. Значит, в общем, я шел, вот, они попались под машину, вот, типа, не под машину, под мотоцикл, извиняюсь. Вот, короче, так им и надо, главное, сам не убился. Ну, тут, знаешь, дискуссия идет. Один на другой говорит, типа, меня куртка спасла, или там шлем спас, хрен знает. То сперва он ехал 150, вот, то ли он ехал 200. Потом оказалось, что он ехал 190 фактически. Вот, потом, кроме того, что он ехал 190, он еще на заднем колесе ехал. Ну, знаешь, Уилли, uh-huh. по-русски, я не знаю, на дыбах. Вот. Ну и, короче говоря... Мол, потом здесь идет дискуссия, они были пьяные, главное, чтобы они были пьяные, тогда тебя, типа, не посадят, а они на зебре переходили, не на зебре, типа, вот, типа, пешеходы на тему козлы. Ну там, да, вот. Вылазят на дорогу, да. Где нормальные мотоциклисты от 200 километров ездят. Да, вот, а дальше, дальше идет уже история, значит, глазами не чата, а глазами, значит, видимо, журналиста, а, я надеюсь. Вот. Ну, короче, пара подростков, которые, типа, там, я не знаю, если они собирались жениться, ну, неважно. Вот. Они из клуба, короче, девочку первый раз, грубо говоря, она опоздала домой. Ну, в общем, поздно возвращалась обратно. Переходили дорогу, мотоциклист их переехал. Вот. Девочку насмерть, походу, по частям совсем порвало. Вот. Парень тоже там... понес тяжелую очень травму, его в больницу, в больнице вроде его откачали. Вот. Ну и уже данные идут, что там его засекли на скорости 189, ну почти 190 км в час, что он ехал на заднем колесе, так что все нормально. Вот. В общем, я не знаю, я сперва подумал про эту новость что-нибудь сказать, типа нехорошего. Потом я подумал, надо что-нибудь хорошее сказать. Вот. А потом я подумал, что... А, подожди, сейчас Игорька добавлю. Он вернулся. Вот. А потом я просто подумал, что, наверное, стоит рассказать. Я Алло. Думаю. Да-да, мы тебя слышим. Отлично. Все, говорите, я на связи. Местные у нас всех юзерпики. Заметили? Все черно-белые. Ты про что? В скайпе юзерпики. А, ну, что, нормально. Ну что ж, этот день настал. Да. Это такая универсальная фраза, которая подходит ко всему. Надо запомнить. Типа, дорогой, у нас кончился кошачий корм. Что ж, этот день настал. Вот. И я подумал, в принципе, наверное, посмотреть это дело с канадской стороны, потому что я не знаю, если в России, то есть, судя по чату, это, знаешь, типа, действительно, пешеходы мудаки, вот, и вообще их надо, на самом деле, расстреливать. У кого нет колес, двух или хотя бы четырех, нет, или хотя бы четырех, или хотя бы двух, вот, те, в общем, не люди. Вот, и слава богу, они убились, а я живой. Вот. Отлично, я их переехал, какая клевая у меня куртка. Вот. И потом тоже в самой статье рассказывали, что когда чувак вроде как этот, отошел от того, что он с мотоцикла упал, он типа все ходил и осматривал свою куртку. Хотя порвал девку в клочья. Вот. Я не знаю, как в России с этим происходит. Я даже не собираюсь на это дело спекулировать. Виктора нету, защищать Россию никто не будет. Вот. Я абсолютно не знаю. Может быть, это норма жизни в России, и поэтому что я буду гнать на этого мотоциклиста? Да? Может, он сделал огромное одолжение всем людям. Откуда я знаю, в конце концов? Я уж там достаточное количество времени. Я вам лучше расскажу, что произойдет с этим мотоциклистом, если это было бы здесь. Его бы посадили. И никто бы не разбирался, не думал из властей, были ли подростки пьяны, переходили ли они улицу по зебре или по зебре, всем было бы поебать. Было только один факт. Мотоциклист ехал 190 км в час, мотоциклист ехал по городу, и мотоциклист ехал на заднем колесе. А,
и он убил насмерть девчонку и отправил парня в больницу. Не, и дело в том, что его в России тоже посадят, если он обычный человек. А если он чей-то сыночек, о, тогда начнется. И пешеходные были, и зебра была не обозначена, и так далее, и тому подобное. И пьяные они вообще были, вообще на наркоте. Да, и мотоцикл неправильно отремонтировали, что он на переднее колесо не становился. Ездил только на заднем, да? Как только заводишь мотоцикл, сразу на заднее колесо и так балансирует. Сигвей. Ну да. Ну что, бывает. Что, Антон? Может, он на сигвее ехал? Ну да. 120 километров. Нет, 190. А, 190, тем более. Вот. И здесь бы его посадили. Вот, абсолютно просто, и не было никаких разговоров. Да здесь просто. Превышаешь скорость на 50 км в час, тебя уже практически могут посадить. Не про... Ну да. Мотоцикл бы отобрали точно. Машину отбирают сразу за 150. Ну, а это... если выше, то да, может больше. 150 это на трассе. А в городе тебя 50... за 120 могут забрать все. Не, ну 50 выше этого лимита и все. Забудь. Нет, по просто крайней штраф, мере, штраф, провождение. Штраф дает. Ну, как права, штраф. Вот, так что я не знаю, что высказать. Про Россию. Если кто, если хотите добавить, добавляйте. Я могу добавить только то, что, собственно, это одна из причин, почему я уехал сюда. Справедливость? Нет, ну, порядок. Порядок. Ну, порядок, да. А, ну ты да. имеешь в виду то, что здесь людей за людей считают? Да. Да. А, ну да, в принципе. Хорошо почувствовать себя человеком. Для разнообразия, это, конечно. Нет, дело в том, что случить это здесь, здесь бы об этом все говорили, это было бы дикостью. А здесь, ну как бы это тоже дикость, но это то, что происходит регулярно. И то, что людей уже почти что не удивляет. Там все просто думают, ну, блядь, опять. Да, кстати. Как с самолетами, вот то же самое. У меня, кстати сказать, отчасти до сих пор осталось такое как бы отношение к этому делу. Я не могу точно сказать вот случай, чтобы я именно это говорил, но я просто за собой заметил такую тенденцию, что типа, ну бывает, да, там, сколько там убил, ну да, ладно, ха, интересно, да, хорошо, да, замечательно, что там новенького-то? Ну а там-то как? Я не знаю, просто вот такое как бы все еще. Мне кажется, это с Россией все-таки у меня пришло то, что меня мало чего по этому поводу. Я считаю, что если заморачиваться ты вот по этому поводу, то. Ну да, но знаешь, когда я за собой заметил, что вот. Сейчас вспомнил один пример, то, что на днях заходит один из клиентов, и он там что-то говорит, ты знаешь, я раньше не мог зайти, а сейчас я тебе вот этот, между делами тут заскочил по-быстрому, у меня мама умерла, Я, знаешь, я настолько его как бы, я не знаю, у меня что-то в башке крутилось, я над чем-то думал, и я его так пассивно слушал, и чуть-чуть было... Не сказал что-то вроде, ну чё, хреново. Знаешь, я уже готов был это высказать, потом остановился такой, уже такой, ну, да, там, типа, о, блин, знаешь, случилось, это, конечно, извини, чувак, там, типа, соболезнования, все такое, вот. Но в первую очередь у меня вот как бы... Такая рефлекс, когда сработал, у меня первое, что у меня на язык тянулось, это, ну, что поделать, ну да, бывает, да. Да, бывает. Ну что сказать, бывает, да. Ну что, жизнь. Да, там, ну и как бы вот такое отношение как бы пугает немножко. Вы посмотрели ссылку мою? Еще нет. Мы в прямом эфире YouTube редко смотрим. А.
Окей. Нам либо на паузу надо ставить, либо еще. Не переживай. Мы примонтировали ссылку. В этот, в шоу-ноты. А, окей. Окей. Окей, ладно, ладно. Ты мне напоминаешь того чувака из этого... Подожди, с чего это... Это либо с конференции про Диаблу, либо про этот... А, да, про Диаблу, там какой-то чувак спросил вопрос по этому, по как бы истории, что там происходит. Ну, эти близаки его типа там отмазались как-то. Вот, следующий чувак подходит к микрофону и говорит, да, ваш ответ его явно не удовлетворил. Так же и ты, да? Ну, да, да. Наш ответ тебя явно не удовлетворил. А то ж заговорили о Диабло. Как меня слышно? Нормально. Выходит, в сентябре выходит... Я, кстати, не боялся выхода Диабло, потому что я как-то... Меня Диабло не задел. Вот. Но меня в свое время еще гораздо меньше задел игра XCOM. XCOM или... Еще она называется UFO. Ну, ты старичок вообще. Ну, вы знаете эту игру? Конечно, я все... Нет, ты имеешь в виду досовскую UFO? Да. Oh. А вторую. Ну, смысл в том, что выходит в сентябре ее современный клон. Под Windows на ней 95. Прислать эти скриншоты, есть сайты, вообще... Вот этого я реально боюсь теперь. Чего? UFO боишься? Пинг-пинг. Пинг-пинг, алло. Ну, алло. Боюсь, что... Я просто ссылку ищу. Боюсь, что засосет. А, засосет. Не бойся. Поддайся. Искушение. Так. О, следующее, здесь идет вопрос, я статью до конца не дочитал, здесь идет про этот NSA Intercepting, типа, перехватывает 1.7 миллиардов американских электронных коммуникаций каждый день, вот. А меня лучше теперь слышно без шумов? Да, а что ты делаешь? А я поставил себе микрофон нормальный. О, ну слава тебе, Господи, раньше надо было. Ну, в принципе, я не жалуюсь. Я очень рад, что это сейчас хотя бы произошло. Такой шум шел, просто пиздец. Ну, как бы, сори. Ну. Так вот, идет прослушка всех американских, канадских телефонов, если вы звоните. Ну, при чем там канадские NSA? Да, везде они прослушают, какая разница. Вот. Я не знаю, статья типа на тему обсудить. Гонят, не гонят, я про цифры вам не скажу. Но я вполне уверен, что действительно прослушка идет. И, в принципе, скажу вам одно. Не надо бояться. Господа Бога вашего. Ну, а что? Ну, прослушивают, ради Бога. Что, по телефону что-то важное обсуждаете? Если вы что-то важное обсуждаете на тему «я кокаин провожу», ну, вы явно дебил и достойны быть пойманы. Если не понимаете, что такими делами надо заниматься тихонечко, купить себе старую машину, ездить без сотового телефона, не покупать себе номера, знаете, там, с надписью «я наркоделец». Да, наркоделец. Не останавливаться в отелях, не бренчать всем своим, что ты занимаешься явным бизнесом. Как бы, ну, да и в принципе, возможно, даже по барабану на вас. Ну да, там у них более важно есть. Идет прослушка на предмет. Прослушка всех подряд или прослушка подозрительных? Ну, они все подряд записывают. Я где-то слышал, я не помню, если это про NSA или нет, но они сейчас или уже построили, или строили пару месяцев назад огромный дата-центр. Центр данных. Вот. Другими словами, кто не понимает, что такое центр данных, но это вспомните, например, Amazon S3 или этот Apple iTunes, хреновня ихний, или там
Еще чего? Ой, какой классный сайт. Какая прелесть. Все, я подсяду на Уфу. Антон, я тебя уже ненавижу. Слушай, здорово как. Они действительно все заново сделали. Ой, какая прелесть. Я провел столько часов, теряя своего времени на эту бесполезную игру. Теперь Дьявола. Нет, Уфа. Че? Я в Уфу намного больше играл, чем Дьявола, поэтому... Единственная игра, в которую я играл, была... Которую я реально играл, была Worms. А, Worms уже переделали. Да, ой, там столько... У меня на iPad сейчас есть. Какая прелесть. Слушай, я не могу дождаться, пока игра выйдет. А под Mac будет? Погодите, я вам скоро перешлю. Ты на паузу нажми, в смысле, на мьют нажми. Да, пожалуйста. Антон, будет под Mac или как? Не знаю, надо читать новости. Надо, ладно, блин. Ну, блин, еще называется мне фанат. Фу. Да, сегодня только прислали эту информацию. И что, ты еще ничего не узнал про нее? На каких платформах, когда выходит, что там будет? Ну ладно, ладно. Ох. Может, это просто картинки намалевали, а еще ничего не сделали. Но в сентябре уже ожидается. Но они даже пока системных требований, говорят, не знают, потому что не было тестирования обширного. А, наверное, подписью к этим мудаки только напишут. Дураки, если они только под это сделают. Ой, блин. Сейчас Apple Store... Ладно, что я опять начинаю заводиться про это все дело? Они все умные. Все выживут, все продадут, нормально все будет. Не-не-не, она под Wii выйдет. Нет, под... В принципе, может быть, да. Так, стоп. Обратно к теме. NSA. Так вот, не остановился. Ну, в общем, дата-центры — это, в общем, большие, то, что обычный юзер любит называть, или то, что продается обычным юзерам под названием cloud, облачный сервис, типа хранилище ваших данных. Ну вот, это такая же хреновня, только приватная. Там будет стоять просто стены, просто, блин, мини-города, нано-города харддрайвов. И все туда сливается, и все туда записывается. Вот, а я еще сверху сейчас прилеплю еще одну полезную новость. Потому что они и раньше все это дело записывали. Вот, но поскольку наша криптография, она постоянно эволюционирует, в том плане, что мы ее все время укрепляем, потому что старая, более слабая криптография, как бы легче ее сломать, быстрее становится. Вот, то у них накопилось огромное количество данных, которых они ранее не могли взломать. Вот, поскольку сейчас у нас мощности растут, вот, все становится дешевле, а информация... Так, я что-то пропустил, да, по-моему? Да, пропустил. Вот, информация-то у них записана, вот, старенькая, так что они эту информацию начнут обрабатывать, то есть взламывать, вот, и в конце концов, если вы когда, там, не знаю, сколько лет назад сказали какое-нибудь компроматное, типа, Аллах Акбар, там, Россия пиздец, я Ахмат какой-нибудь там... Вот, то вы попали. Хоть это была и шутка, вот, но потом она вам выйдет боком. Но проверять будут. Да, так что улыбайтесь. Все это нормально, господи. Я, кстати, подал документы на американскую визу снова. И был удивлен увеличившимся количеством вопросов. Меня попросили указать буквально школу, где я учился, Тополе. Всю историю подноготную, разве что детский сад не спросили. И задали мне вопросов, наверное, 30 или 40 на собираюсь ли я, значит, участвовать, заниматься в Америке проституцией. Конечно же, да, ты русский. Участвовать там в террористических группах, устраивать теракты. И вот я... Шпионстон... 30 таких вопросов. Не, ну шпионством ты собираешься заниматься. Ты им так и напиши, что... Она? Когда они тебе дают бумажку, и там написано, будете ли вы заниматься терактами, там, наверное, три пункта. Да, нет и другое. Вот другое напиши, что ты будешь заниматься индустриальным шпионажем. Не было, там было да или нет. А, ну, припиши тогда снизу, что другое. Электронная форма. А, обидно. Слушай, Игорь, ставь на этот на мьют, а то тебя там слышно, ты что-то говоришь. Хорошо. Вот. Так что, да.
Русские в последнее время знамениты только чем? В пионажем индустриальном, так что не парься. Да что ж знаменитые, не могут ничего сделать нормально, тем и знаменитые. Нормально, господи, я уверен, что там кто-нибудь чего остался. Главное, что это не занимается террористическими актами, это самое-самое-самое. Там шпионаж, уперли чего-то тут, уперли. Все у друг друга, что, китайцы нормально, китайцы столько подломают. Китайцы, конечно, молодцы. Сколько над ними ржать, конечно, над ними ржать можно долго, вот, и про всю эту их рогатку, как они запускали людей в космос. Но, да, они ломают большие компании, и, в общем, пиздят все, что они могут. Да, а потом прикрывается то, что... А это были не мы. Это был какой-то ботнет, который рассеялся по нашему государству. Да. Это были не... Ну, а как ты докажешь, на самом деле? Mm-hmm. Особенно, если спонсируется государством. Явно, что это не какой-то там, знаешь... Да, и фильтрация у них там тоже. Я не сомневаюсь, что есть молодые люди или старые люди, которые тоже могут взломать какую-нибудь там американскую компанию и стырить данные. В принципе, чисто теоретически, это уж и не так сложно, если так начисто. Вот. Но на все это нужно время, и все это обычно спонсируется. Ну, знаешь, что там вламываться в какой-нибудь IBM или в Microsoft? Знаешь, просто так. Ну ладно, Microsoft понятно, это еще high-profile таргеты, да, попиариться. Показать себя, да? Да. Посмотреть на других, показать себя, нормально. Ну, так что, ну, нормально. Так что не парьтесь. Я не вижу никакого смысла беспокоиться о том, что за вами наблюдают. Если вы слушаете этот подкаст, за вами уже наблюдают. Даже не беспокойтесь. Потому что мы и так в Россию пересылаем секретные данные в этом подкасте. Вот. Вы все думаете, что у нас такое плохое качество звука, это потому что мы не можем микрофоны купить. Так? Наивные вы люди. Мы шифруемся. Там в шуршании записан код. 1 8 32 54. Повторяю. 1 8 32 54. Да, так что так вот. Так. Давайте я о хорошем немного расскажу. А это что, плохое? Давай. Из новостей еще у меня. Я сходил в поход 2 недели назад. В поход в Киларни. Национальный парк. Или провинциальный парк. А я думал, ты... Север от Торонто. Там множество озер. И мы взяли на прокат каноэ и таскали их из озера в озеро, поднимались наверх. На следующем уикенде я еду. Вообще-то на каноэ надо плавать, а не таскать их. Ну, мы плавали, потом приплывали к берегу, портажились и плыли дальше. А, я думал, там новый вид спорта. Таскать каноэ. Бег с каноэ. От медведя. 22-25 человек, все русскоговорящие. Очень провели время. И природа, леса, скалы и озера. И вот такое впечатление, что какие-то эти пейзажи... Я никогда не думал, что смогу оказаться в таких местах. Это мне они практически снились. Это же Канада. Да, тоже мне. Антон, здесь отъехать 2 часа в каком-нибудь северном направлении... Ты вот. Попадаешь в картинку. Да, это незыблемая местность, где только надо смотреть за своей задницей, чтобы тебе ее кто-нибудь не откусил. Кстати, да, мы все купили себе баллончики перцовые от медведей, которые на 10 метров шарашат. Да, берспрей, да? А потом друг друга. Медведи не встретили, стали друг друга стрелять. Ну да. Плавали ночью на каноэ смотреть звезды. Ночью, когда есть луна, хотя даже когда луны не было, но довольно светло было, нужно было только на берегу оставить огонь, потому что когда ты отплывешь, уже не видишь, куда возвращаться. А по остальному звездный свет достаточно
освещает воду, чтобы было видно, где берег, где скалы, где камни. А в прошлом году ездили в Мускоку. У нас у друзей коттедж в Мускоке на отдельном острове. Офигеть. Это было просто незабываемое приключение. Просто как бы свой частный остров в Мускоке. Я только что понял, что вы наконец-то оканадились оба. Да, я очень. У меня канадская как бы женщина. У тебя ирландская женщина, да. Ну, она родилась в Канаде. А. Потому что я что-то не понимаю. Обычно, когда российские граждане едут отдыхать, там история обычно было много водки и ничего не помню. А тут вы по скалам, каноэ, плавать под луной. Прям как по-канадски совсем. Все равно в лучших традициях был портвейн. И... Но, правда, я был единственный, кто в пьяном виде падал. А остальные все как-то нормально. Остальные оканадились, значит, давно уже в стране. Да. Да, я, кстати, один из самых свежих там был. А, нормально. Я через пару недель поеду. На север. Канадцы говорят на север. Они не говорят куда. Мы поедем на север. Я знаю, меня это, кстати, убивает. Я тут тоже с одним канадцем разговаривал. Типа, я поехал на север. У меня всегда такая картина. Это примерно как в России говорить, я поехал на восток. У меня всегда как-то, ну, на восток, в принципе, восточнее Москвы. Да, у меня всегда картина Сибирь. А здесь, типа, канадцы говорят, я поехал на север. У меня картина Нунавут. И везде один снег и лед. В Юкон. Да. Вот. А все, что значит на север, это обычно пару часов от Торонто в северном направлении. Какой-нибудь этот самый Васаби-Бич. Да, или там Сабери, это самый северный, по-моему, город в Онтарио. Ага. В Онтарио только. Это типа север. Это большой город, потому что там дофига всяких маленьких городков дальше. Черчилль, он, по-моему, тоже в Онтарио. Черчилль — это тот город, куда идет железная дорога, и поезд никогда не идет по расписанию. Он идет там несколько дней по узкоколейке, которая там разваливается, рассыпается. В некоторых местах он должен идти очень медленно, 20 км в час, чтобы рельсы не расползлись. А профсоюз запрещает железнодорожникам работать больше там каких-то часов в смену, и они посреди дороги могут встать и начать отдыхать. Это вот, по-моему, тоже в Онтарио. Я, кстати, я с Игорем этот разговаривал еще раньше чуть на этой неделе. Вот, он мне рассказал свои планы маленькие, вот, а я поделюсь своими. А я что-то так подумал, я хочу поехать на север Канады. Если я женюсь когда-нибудь в этой жизни, как по-русски ханимун будет вообще? Медовый месяц. Медовый месяц. А, на медовый месяц я что-то подумал, я хочу поехать реально на север Канады. Я не хочу ехать ни в Америку, я не хочу ехать куда-то там на юг. На Кубу я хочу. А? Мы хотим на Кубу поехать. А, ну, я просто я был во Флориде, да, в конце и начале прошлого... Нет. В начале этого года, грубо говоря, приехал с Флориды. Ну, в общем, не знаю. Как-то не прикольнуло. Все какие-то слишком расслабленные, жизнь течет, народ пошли на пляж, песок, солнце, в общем, тепло. Как-то не вдохновляет. Тебе экстрима хочется? Ну... Да, ну знаешь, не такого экстрима, а-ля прыгнуть с парашюта со скалы, а вот просто поехать на север, где нету людей. И вот просто, знаешь, там белые медведи, эти тюлени-убийцы, или как их там называют? Тюлени-убийцы, киты-убийцы, касатки? Да, точно, тюлени-убийцы. Да. Всякие кенгуру-зомби. Трут со спиной медведи, а земную ось. Да. Виктор написал, что он, наверное, сегодня все-таки не прибудет. Интернет у него так и не работает. А, это сакс. Да. У
Да, я скоро уже сваливаю. Ну, так, а ты на работе? Я еще на работе, да. Вот, у тебя рабочий день ограничен вообще как-нибудь? Ну, не ограничен. Директор, у него день начинается в 6 утра и никогда не заканчивается. Пока о, это да, это да. Я народу-то рассказывал, как у нас в компании директора работают, что это сумасшедшая работа 12-16 часов в день. И, может быть, мне кто-то не верил, но вот, Игорь, расскажи. Да пиздец, вообще. Вот. Когда он на бумаге пишет, что вы теперь директор, ваша личная жизнь закончилась. Да. Но есть бонусы. Обычно директоров катают по разным странам, если делают бизнесы в разных странах. Вот, они там договариваются, у них иногда бывают классные вечеринки с проститутками и коксой. Вот. Ну, это те, которые бизнес-девелопментом занимаются. Да. Ну, ничего, поработаешь, тебе гарантирую, рано или поздно тебя пригласят на такую вечеринку. Не, ну, здесь пиво бесплатное. Я сейчас сижу, пиво пью. Нормально. У нас в компании, суки, пидорасы ебаные. Так ты же не директор. Так проблема не в директоре, там эти долбоебы рабочие на фабриках, когда приходили пьяные, руки себе наотрезали, естественно, засудили компанию. Но по всей компании раз и сказали, а раз такое дело, никому пьяным на работу не приходить. Все, конец истории. Причем, извиняюсь, это только американские суки. Потому что в той же, та же наша самая компания в Германии, без проблем, идешь типа с немцами на обед, пиво накатываешь и обратно на работу. А в Америке рабочие поотрезали себе пальцы, потому что бухи приходили. И все. И сделали, закрыли все дело. Извиняюсь, понимаешь, я не думаю, что там всякие маркетологи, люди, занимающиеся бумажной работой, себе в офисе будут пилить пальцы и горло. Бумагой порежется. А сейчас мы отпили палец. Порезать бумаги. Ну чё? А прикинь, бумажный порез на члене. Зачем он? Нет, у меня вот эта картина почему-то с какого-то детства вот прямо так, как навязчивая мысль, знаешь, она приходит в голову, так прямо тебя мурашки по всей по коже. Резать член бумагой? На самом деле не бумагой, но неважно, член порезать. Тисками. Да, жесткое, конечно, у тебя детство. О, зато у меня бенефиты есть. У меня тоже. И сколько их у тебя? У тебя больше, наверное, бенефитов. Блондинки, брюнетки? Ну, а какая компания? Господи, ну перестаньте мериться членом уже, да? Умки компания. Нет, я не директор, я вообще джуниор-девелопер. Я сейчас начинаю осознавать, а какого хрена я согласился на это предложение, потому что мне как бы впору почти что синьор-девелопером быть, ну, по крайней мере, интермедиат. С другой стороны, в общем, пошел зачем-то джуниором. Тут такая сфера, что тут много чему подучиться можно, поэтому сильно не возражало. А когда сейчас вопрос о зарплате стоит, как-то джуниорам не очень хочется. Господи, тебе все равно отвалит 1050-60. Ну, так а Volkswagen стоит? Ну, чуть. Плат? Ну, купи трехлетний. Полгода поработаешь, купишь себе новый. В чем проблема? Так Ford сейчас разваливается, нужно сейчас что-то покупать. Ни хрена, ничего не надо. Когда отвалятся колеса, как говорит мой механик, прикрути их обратно и поезди еще немного. Так иди к нам. Вот вариант. Пришли мне резюме свое. Давайте, вы там сконнектитесь вне записи. Да, ваше эфирное время закончилось. Да, Игорь. Обновить? И ну, у меня рапорта будет с начальством, еще посмотрим. Не, Антон, так дело не делается. Не надо. Тоже мне нубак, а. Так, надо сейчас его быстро обучить, чтобы он не сделал фатальные ошибки. Как не делается? Так не делается. Как не делается? Ты прямо сейчас, в смысле, после подкаста или завтра, пишешь Игорьку, вот, берешь его телефон, чтобы ему потом названивать до посинения. Надо каждый день резюме рассылать. Да. Даешь Игорьку свое самое лучшее резюме. Прямо сегодня ночью составляешь резюме. Сейчас составляет. Да, он его подаст.
тебя пригласят на собеседование. И как, когда тебя пригласят, ты пойдешь. Никаких не откладывать. Возьми на работе day off или 2 часа. Скажи, что там тебе надо отойти по делам. Вот, идешь на собеседование, делаешь так, как надо. Если тебе предлагают работу, вот, то у тебя уже есть выбор. То у тебя есть выбор. И когда тебе не обязательно брать эту работу. Да, не обязательно. А когда придет, твой этот chief technological officer, и вы начнете обсуждать твою зарплату, ты скажешь: дорогой мой, а вот у меня есть предложение от компании Коба, которая мне предлагает сумму в 6 крестиков. Вот. И все. И офицер тогда на тебя посмотрит, скажет: а... Ну да, но это же это, CTO, Chief Technological Officer. Вот. Он тебя посмотрит, скажет: окей, а я тебе предлагаю, допустим, давай, я тебя сейчас делаю синьором, я тебе даю поверх этой зарплаты 5000 еще больше, и ты здесь остаешься. Или он тебе говорит: мы не можем сравнять эту зарплату, я тебе дам столько. И у тебя будет выбор, или уходить, или остаться. Вот как это делается. Я знаю, я согласен. Да, тебе нужно получить уже предложение до собеседования с твоим начальником, фактически. Поэтому не жди, это бесполезно. Окей. Потому что когда ты ему придешь и скажешь: знаешь, ему похер. А когда ты придешь и покажешь бумажку: вот у меня есть предложение от компании, и вот сколько они мне заплатят, типа, у него тогда будет другое уже понятие. Конечно, что ты востребован. Я абсолютно согласен. Это... Да? Так. Ну, понятно. Так что давай. Я побежал. Давай. Все, если что, звоните. Хорошо. Ты у меня на скайпе, Антон, ты у меня есть на скайпе, да? Теперь да. Ну, отлично. Все, как бы я на скайпе, либо на фейсбуке. Эй, кстати, Игорь, если ты его устроишь на работу, себя прочитается. И, кстати, Антон, если тебе Игорь достанет работу, тебя тоже прочитается. Ну, как только я получу бонус за него. Замечательно. Все, я ухожу. Давай. Давай, спокойной ночи. Вот так вот, дорогие товарищи послушатели, собираются деньги. Так, сейчас я этот... Привет, можно тебя подключить сейчас? У нас тут бесконечное подключение. Так. Один ушел, другой пришел. Да. Так, обсудить следующее от Некроза. Явно в этом мире что-то не так. Свидетелями нападения каннибала стали дорожные обходчики, случайно прохожие, газета «Майами». О, да. Так. Я это читал или я не читал? Я это слышал, но я, по-моему, что-то его заигнорировал так, потому что там в Майами все больные. Он что, пересмотрел «Молчание ягнят»? Ну, там, короче, напал, забил, зарезал, потом жрал. Звезда и ужас. Мне вообще кажется... статью обсуждать, конечно, не буду, потому что я ее толком и не читал. Мне ее абсолютно не хотелось читать, если честно. Виктор, в принципе, рассказывал еще и до этого, что в Канаде тоже китаец ехал в автобусе спокойно, взял, достал нож, зарезал напротив сидевшего, отрезал ему голову и нормально. Вот, ну, во-первых, больные, вот, во-вторых, ну, солнце, люди, солнце, там много солнца. Головка вава. Вот, так что как-то вот так. А, ты поэтому на север хочешь? Конечно, нахрен, там больных нету. Я тебе говорю, вот пойди и найди мне в Сабвере или где-нибудь там в Нунавуте одного бомжа. Вот я говорю: давай, вперед, найди мне одного бомжа, который еще живой, в смысле. Исторические данные мне не нужны. Найди мне там живого бомжа. Смотри-ка, статуя бомжа. Как живая? Да нет, он замерз. Нет, потому что серьезно. Мне девушка тоже рассказывает, потому что она работает, ее посадили в офисе напротив начальницы. Mm-hmm. Вот. Ну, она, естественно, там все слушает, она с ней общается и все остальное. Вот. И она вообще тоже рассказывает. Знаешь, как люди здесь наебывают, компании, государства, да. Ну, не буду я все эти подробности рассказывать, никому не нужны, везде этого говна хватает. А идея вот в чем, что здесь в Канаде, как в принципе, наверное, в Америке, но я думаю, в Канаде все-таки больше, в процентном соотношении, есть
семьи, люди и вообще целые поколения, и я не преувеличиваю, которые фактически никогда не работали. Да, я знаю. Они живут от государства. Да. Ваня, точно, ты рассказывал об этом. Угу. Целая семья. Да, и поколение, поколение. Ну да. Это не то, что отец, там... мать всегда сидели на социальном обеспечении. Родились дети. Дети также садятся на социальное обеспечение. И дальше они продолжают так спокойненько себе жить. Вот. Обычно это планируется примерно так. Сколько детей надо нарожать, чтобы оптимально получать этот, больше всего этот доход? Я просчитал 6. Вот. А, нет, я не собираюсь этого делать. Не подумайте. Но я так что, да, и... Одно время даже батя как бы рассматривал это как вариант. Ну, у него просто так получилось, что с количеством детей. Я не знаю, она мне рассказывала об этом, да, там. Сейчас я расскажу. Например, один пример. Вот. Пусть земля будет пухом. И, в общем, я не знаю, что там говорится обычно. Если кто помнит, у нас был послушиватель, да, из Кубека. Говорят. А? Царство ему небесное, говорят. Да. Вот, у нас был послушатель из Кубека, да, который занимался детективной работой. Вот. К сожалению, он ушел из этой жизни. Вот. Но вот по поводу детективов. И здесь вот агентства разные и работодатели нанимают детективов. Вот. Конечно, много работы приходит для детективов всякой типа мелочной на тему «Я думаю, моя жена спит с соседом» или «Я думаю, что мой муж ходит трахать кого-то». Ну, конечно, ходит трахать, господи. Ради бога. Вот. А бывают случаи, когда рассматривают вот более тяжелые моменты, когда люди типа говорят, что там, о, а у меня там руки теперь не работают, потому что я проработал на заводе. И вот такая вот история здесь приключилась. Моя женщина рассказывала вчера. Вот. Приходит женщина, говорит, у меня типа все, пиздец рукам. Давайте мне теперь по безработице или что там, какие-то бенефиты. Вот. Но ее, естественно, по стандартному шаблону, как здесь делаются, посылают к доктору. Доктор пишет заяву. В смысле, пишет отчет. У него руки действительно дрожат, не работают. Что-то у него... Как это называется? Запястье. Запястье. Вот. Ну что, делать нечего, они делают. Вот. И в конце концов, я не знаю, каким образом... Начальница, значит, одна... Она, в общем, заподозрила женщину, то, что она, в общем, на самом деле косит и всю эту херня. По одной простой причине. Она посмотрела на историю семьи, а там все безработные. Там все сидят на социальном обеспечении или по безработице. Ну, там, что в Канаде есть, я не специалист. Ага. Вот. Ну, она наняла детектива хорошего там по своим знакомым. Вот. А тот, в общем, за ней следил. Что это женщина делала? Она перед тем, как шла к доктору, что-то себе навязывала на запястье. То ли какие-то резинки, то ли какие-то зажимы. Вот, чтобы руки затекали тупо. Потом, чтобы дрожали. Ну, знаешь, все эти трюки. Да уж, блин. Ваня знает, он может рассказать, как повысить себе давление силы мысли. Вот. Ну, кто знает, я не разбираюсь в этом. Ну, вот действительно, она себе зажимала все это дело за 20 минут до прихода к доктору. Просто на парковке она тупо приезжала, зажимала себе запястье, или что там она еще делала, вот, куда она их там совала. Потом приходила к доктору, он смотрел на это дело, естественно. Пиздец, руки затекли, затясть, там, все дрожит. Все. И, в общем, ее поймали. Ну, суть до дела, что есть такое, есть всякие разные люди. Поэтому, ну, один психопат, конечно, пошел кого-то там на улице загрыз, но флаг ему в руки. Каких только не бывает, и все. Ну, на севере, может быть, такое тоже произошло. Я думаю, это был бы очень редкий совсем случай, наверное, раз в десятилетие. Вот. Да и потом все равно бы тело не нашли. Там легко. Раз, выбросил в речку вонючку, она застыла на 10 лет, ну а потом уж кто там разберет. Так что. Антон там вообще затих. Я чувствую, он там резюме уже пишет. Да, так и есть. Обновляю, видимо. Правильно, нехрен, давай, вперед. Видишь, свой человек есть, иди. Да, тем более всегда лучше работать со знакомыми. Ну, как знать, есть шанс потерять знакомого. Ну, Игорь, он серьезный. И не надо думать, что там хуйней будешь страдать. Во-первых, он будет не его начальником.
Потому что Игорь, он там начальник по маркетингу, да, он будет работать на программистов. То есть там своя толпа. Тем более Игорь серьезный человек, он не будет. Даже если он тебя наймет под себя, все равно будешь там сидеть вколоть. Он, конечно, тебе шею грызть не будет, как некоторые другие люди. Вот, но, да, хуйней страдать ты там точно не будешь. Так, что такое рассказ о жизни США глазами программиста? Я это не читал. Ты знаешь, я тоже. По-моему, очень старая. Да? Ну, не уверен, но там, по-моему, да, это... Я просто тупо не успел прочитать. Я как-то вообще пропустил. Забавно, в принципе, правдиво, прикольно. Ну там стена текста. Я не знаю. Я что-то... Я не программист, я не знаю. Не, что-то... Программисты... Все программисты это интересные люди. Что там дальше спустить? Снайпер. Да, забавный комментарий. Theory is when you know something, but nothing works. Practice is when everything works, but no one knows why. In our lab, theory and practice are combined. Nothing works and no one knows why. Да, замечательная картинка. Да. Пессимистичная, конечно, не молясь. Но у меня сегодня тоже такое ощущение было. Типа, сидим, обедаем, вдруг поступает звонок с работы. Все к чертям собачьим, сломалось, а паника! Короче говоря, сорвались, прибежали обратно. Вот, а там типа сервер слег. Ничего серьезного на самом деле. Я не знаю, что нас рванули, не дали нам досидеть 20 минут, но... Ну, это же их не работа. Да. Паниковать. Хе-хе, дизайнер он. Неприятность он не устроит. Год спустя. Зили Боба. Уже новый подкаст скоро появится, а еще этот не дослушал. Сколько же хорошего впереди. Да, впереди много еще хорошего, не переживайте. Жизнь, красота, люди! Кстати говоря, о красоте. Те люди, которые... кто здесь пишет? Да. Хорошо. Вот. Кстати, о красоте. Те люди, кто не следит за рынком ценных бумаг. Угу. О, господи, сегодня акции Фейсбука поднялись на целый доллар 41 цент. Чёртова кукла. Блять, испортили весь день. Фак. Слушай, а ты за Римом не поглядывал? За Римом? Да, Рим в какашку идет. Потому что мне позавчера... Нет, вчера чувак типа что-то говорит. Да, ты знаешь, они вот... Блин, когда же он там сказал? Типа, а-ля, год назад они стоили 120 с чем-то баксов, сейчас они что-то 12, что ли, еще что-то там. Сейчас посмотрим, ради бога. Рим $10.33. Да Рим... Рим все, Риму каюк. Это я как дилетантский аналист думаю, что Риму конец, если они просто не придут с еще одним клоном айфона, только в 10 раз лучше. Проблема в том, что они просто потеряли вот этот вот их... как это? Инерцию. Да, инерцию. Вот, спасибо большое. Они потеряли инерцию. У них была, и они были впереди планеты всей, пока не пришла Apple, не сказала, мы сделаем лучше. И сделали лучше. Вот. А потом пришел Google, а теперь пришел Windows, и, извиняюсь, Arim все с теми же продуктами. По сути. Вот. И, как бы, понимаешь, они целиком посеяли рынок потребителей. Я не знаю, как насчет рынка Enterprise. Там они еще вроде сидят, но я думаю, это тоже все вымирает, поскольку если у нас раньше в офисе все носились этими Римами, вот, BlackBerry, CrackBerry, вот, то сейчас уже смотришь, везде айфоны появляются. Айфоны, айпады носятся. Да, это действительно, конечно. Ну, просто, знаешь, такое случается. Я что-то об этом думал. У меня вчера с моей бабенцей была долгая дискуссия еще по поводу Фейсбука. Вот. Давайте я накачу про евреев сейчас. Вот. Потому что
Еще, ну, Закенберг, блядь, Сукенберг, хрен с ним, ради бога. Продал свои акции, его право, ну, пусть это было не совсем уж и правильно, может быть, ну, какая разница. Как бы, за этику его не посадишь. Вот. А там еще один был товарищ, что-то там разразило. Я не читал, потому что мне сейчас не хочется уже про это читать. Вот. Я только рад, что я не вкладывал акции в Facebook, и слава богу. Те, кто додумались, ну, бывает, учись на ошибках. А, там, короче говоря, есть чувак. Походу, то ли он из Бразилии, короче, откуда там, с Южной Америки, по-моему. Ну, в общем, или у него... Очень, ладно, прочитайте, кому интересно. Факт вот в чем. Что он, в принципе, продал свои акции, как все умные внутренние инвесторы, ага, с выкатом IPO. Вот. А потом он сказал, что он отказывается от американского гражданства. Теперь... В принципе, хуй с этим американским гражданством, не всем хотеть быть американцами, да, я, собственно говоря, не особо по этому моменту трясусь, вот, но фишка вот в чем, если бы он просто собрал маски и сказал, всралась мне ваша Америка, да и свалил куда угодно, было бы все хорошо и прекрасно. Проблема в том, что он сказал, всралась мне ваша Америка, и, кстати, by the way, top of the morning to you, я вам не плачу налоги. Да. Ну и короче, ну, я предполагаю, что там хорошее количество налогов. Вот. Да, уж зачем за налогами американское правительство смотрит. Так в том-то и проблема. Я не знаю, если они его могут за это дело засудить. Ну, по-хорошему. То есть... А, по-плохому они всегда его могут назвать террористом и посадить. Ну, там немножко тяжело, понимаешь? Тебя могут назвать террористом, меня могут назвать террористом, да? А нас никто никогда не слышал. Вот. А это большой дядя с большими инвестициями. Там я не знаю, что они придумают. Вот. Но вот ситуация достаточно такая плачевная, что человек заработал в Америке, вот, а теперь не собирается платить налогов и просто укатывать. Что, в принципе, как бы его право укатить, ради бога, он может никогда в жизни больше не возвращаться в Америку, потому что денег, насколько я понимаю, хватит. И в конце концов, есть умные люди в мире, которые занимаются именно тем, что берут деньги инвесторов, да, и вкладывают, и зарабатывают им еще больше денег. Что, в принципе... Не особо важно, да? То есть он может уехать, и вложить деньги, жить долго и счастливо, и, скорее всего, еще его дети будут долго жить счастливо. Просто-напросто вот идея, что не заплатил налоги, да, и свалил. Поэтому я не знаю, что там сейчас будет происходить. Я думаю, я на следующей неделе, может быть, посмотрю, что у меня будет настроение, потому что я вчера с своей бабенцей на эту тему разговаривал. Вот, и, в общем, я договорился до того, что я не знаю, если я за или против. Потому что, знаешь... Идея такая. Это легально? Походу, да. Вот, то есть, видимо, понимаешь, если бы они могли напрямую, если бы это было противозаконно, если бы дыры в законе не было, они бы его посадили. Уже. Да, он бы уже бы, его да. уже... За ним приехали, да, маски-шоу приехали, прилетели бы, вот, и быстренько ему бы оформили апартамент, да, 2 на 2. Вот. А поскольку это незаконно, все в недоумении в Америке. Что делать? Это же вам не Россия, что приедут, накроют и все отберут сразу же. Там надо более деликатно. А? Приедут, накроют, заберут все, а разбираться будут потом. Да, ой, там... мы не туда приехали. В Америке с этим там ситуация... Там, если бы о вас никто не слышали, в принципе, к вам бы приехали, и вас быстро бы. А, ну, там ситуация деликатная. У человека много денег, да? Его просто так не скрутишь и не посадишь. Он же, сука, блядь, кучу всяких толпу адвокатов наймет, и потом все будут трусами раскидываться. Да, развоняться там, конечно. Слышали, что владельца моста посадили на один день в тюрьму? Да. Потому что он тоже сильно кошельком тряс, с адвокатами приходил в суд. Вот, и что, да. Ты знаешь, следующий день выпустили, но все равно. Ну да, там с мостом здесь ситуация вообще. Если че, как я это вижу? Видимо, был богатый папа, потом стал богатый сын. Да. И, видимо, то ли папа, то ли сын в свое время скупили землю. И они догадались построить мост. И сейчас они на нем зарабатывают большие деньги. Вот.
А всем остальным, в принципе, поскольку мост интернациональный между Канадой и Америкой, это, в принципе, это огромное количество людей, машин и вообще всего. Вот, то есть... 100 тысяч грузовиков в день. И, ну, нет, эти 10 тысяч грузовиков в день и... или 100 тысяч. И по 10 долларов с грузовика. Ну, неважно, 100 да. или один хрен. То есть, да? Лакомый кусочек, по сути. И они сейчас, правительство Канады и Америка, вздрогнули. Как это так? Мы знаешь, это так впросак попали. Ну и сейчас начинается, ну как бы тоже, не могут же они просто прийти отобрать. Сейчас они там будут мусолить, обмусоливать. Сейчас публику обязательно поднимут, чтобы вот наши граждане Детройта и Мичигана, американской нации, великой в мире, Бог благословил. Они сказали, что надо что-то делать. Ну короче, надо сперва заручиться, прокомпенсировать мозги народу. Да, народ заручиться благословением. Да, народ начнет орать. А раз народ начнет орать, то потом, ну, в принципе, можно начать мусолить. Да, за правое дело. Да, но потом эта сука, у него много денег. Он начнет там своим друзьям позвонить в какую-нибудь какашку. Они там подключат медиа по ящику. Одни будут говорить, что правильно, типа а-ля капитализм, он борется за низкие цены и вообще владение мостом. Другие будут орать, что он набирает публику. Я уже это видел по телеку. Ну, как бы, и вот это вот, будут они растирать все это дело, пока рано или поздно бабло не поделят. Вот, поэтому, в принципе, ну, господи, ради бога, надо же чем-то заниматься, правильно, в жизни. Ну, вот они там выясняют свои дела, как там каравай не поделили, ну, лопату им в руки и динамит на шею. Что можно сказать? Молодцы. Не мои проблемы. Чего? Жизнь идет. Да. Кошельки трясутся, все нормально. Так о чем-то мы. А, об этом в Фейсбуке, ну. Угу. Ну, конечно, обидно, что он налоги, наверное, не заплатит. Ну, посадить его тоже так просто не могут. Ну. Ну, я одно скажу, умный чувак, и все. Да, а вот, что про евреев. Самое обидное, вот, что это кабан еще и еврей. Как бы, знаешь, это просто плохой пиар. Я, в принципе, понимаю, что любой товарищ, фактически любой товарищ в похожей ситуации, вот, кроме американца, естественно, потому что ему бежать просто некуда, вот, наверное, бы так и сделал. Ну, в принципе, да, если у него мозгов... Ну, там, я думаю, там, во-первых, от вообще характера человека зависит, если он, знаешь, человек с совестью или нет, вот, то есть с совестью хотя бы что-то заплатил. А дальше второй момент, это, конечно же, знаешь... Ну, ты знаешь, совесть очень легко затмевается определенным количеством бабла. Да, когда там такие деньги, в принципе... Это совесть сядет на заднее сиденье. Я, кстати, нашел на этой неделе, интересно, я ее прямо сейчас статью впилю сейчас, где она же была... Неужто я ее не вставил? А, вот. Замечательно. Вот статейка. Ой, не туда я вставил. Значит, сейчас я открою, чтобы Ваня еще смотрел на это дело, чтобы я не соврал случайно. Хотя я, наверное, постоянно вру в подкасте. Но вы проверяйте. Статьи-то я даю, так что вы... Quality control. Да, quality control это вы, ребята. Так что давайте. Не берите мое слово как правду. Вы проверяйте. Статейки-то я... прибабахиваю, так что если я там что-нибудь не так сказал, то пишите. Так вот, в продолжении байки о большом бабло. Здесь у нас есть CFO GM, то есть корпорации, да, автомобили корпорации General Motors. Есть такой чувак с титулом CFO, что переводится Chief Financial Officer. То есть, короче, чувак, который, значит, возглавляет отдел финансов всей корпорации. Mm-hmm. Вот. И, походу, его жена... так. Подожди-ка. Где же там именно? Кем она является, его жена? Миссис... А, да. А его жена является партнером такой компании Mother. Мать. Которая занимает... Эта компания занимается разработкой рекламы. Да, маркетинга или там рекламы. Вот, она партнером. Что значит, она является партнером? Это значит, доходы компании
она вкладывает в компанию, и доходы компании идут ей в кошелек. Не все, но часть, да, в зависимости от какой части партнерства. Да, количество партнерства и там условий партнерства. Вот. И тут подняли такую фишку, что, мол, оказывается, вот этот вот CFO компании General Motors делал заказы в компанию своей жены, ну, на 600 тысяч долларов заказы шли. Сейчас, в общем, они криво на это дело смотрят, сейчас проверки будут идти и все остальное. Ну, в принципе, ну, что, нормально, жене в карман, ради бога. Что-то 600 тысяч как-то маловато. В принципе, да, ты знаешь, я что-то так тоже посмотрел и подумал, ну, 600 тысяч, да ради бога. Но по идее, тоже своеобразно, можно, скажем так, подозрение есть на коррупцию, ради бога, вот у тебя будут разбираться. Ну, в принципе, вот есть так подумать. Я что-то вчера на эту тему со своей бабенцей разошелся. И так подумать. Вот был бы я бы сейчас CFO, допустим, то же самое, она бы работала в этой Mother, партнер был. Ты знаешь? Почему бы и нет? Да. Собственно говоря, извиняюсь, у тебя в постели лежит уже этот клиент или этот. Нормально, что, ходить никуда не надо, искать агентство, она уже прямо здесь. Тебя... Ну да, и договариваться легче. Конечно, и ебет тебя заодно за те же самые бабки. Фигли. Все хорошо. Поэтому, что-то я так вчера на себя эту рубашечку примерил и подумал, ну, офигли. А вдруг она его терроризирует? Я тебе говорю, может, через неделю всплывут статьи. Она его терроризировала, она не хотела ему отдаваться, если он не подпишет контракт. Да. И гулять не разрешал. Да. 10 детективов на нем сидело. В Америке это страшно. Она была раздела, разобула и член еще отрезал. Вот, поэтому...